Still I'm going no swish. Shots of rum in the bitch. I take the time, get me rich. Got the thought so intact. Dog from ground to decay. Made a bill from a stack. This shit got a pill for the bay. Hit that bitch from the bay. Say you run with the bay. Miss my face with that shit. You say that you bring the fuck back. Say I'm always so cold. Told the story to know. In the facts that I say I live in the north of the go. And yeah, I'm so ashamed. Don't run, don't you run. Thinking that you ran the shit from access to the gun. Burning in the light from the motherfucking sun. My ways to the stage, told you never fucking fun. No status, no practice. Stay low, never shit shown. Taking steps for the snow. I take your bitch and she know. Moving fast through the glass. Never take it, niggas talk. Never walk, then I come straight back to life. Let that shit been dead. Steal you down your fucking head. Seen with stats to the racks. I go down with us in the bay. Dumbass nigga with the rocker. Fuck around and pop ya. No, I'm never gonna stop her. Got the power, you a mucker. Tell them my life always down from the crowd. Never will I break your ass down for the town. Laying on the low, face down. Блять, ну пусть перезапускают, я выхожу. Горе хост. А что случилось? Это за тупость, что нас оштрафовали на время, как бы, чтобы больше такой хуйни не видели. Оштрафовали на игрока. Я потому что, блядь, не буду нахуй сюда заходить. Короче, все нахуй. Кто, блядь, сегодня тильтует, того ебем после стрима нахуй. Не, сегодня без тильта, ребят. Просто заебали нахуй. Я сегодня выспался, вчера просто я вообще в ахуе сидел. Я в 19:30 первый раз в жизни подрубил. Сегодня я просто готов хуярить. Ребят, а что мы делаем? Вы драфтите, а я смотрю, или мы перезапускаем? Ливай, ливай. Я ливаю. Салем, брат, удачи на турике. Играй в свой кайф и на чиле. Твои братья всегда с тобой. Здорово, здорово. Спасибо большое. Попробуем. Попробуем. Ребят, я надеюсь, меня нормально слышно. Я на другом, ну, не дома играю. Микрофон тут какой-то другой, не из наушников. Пусть бывает, не, они не знают. Знают, блядь! Они как крысы сыграют. Они не знают. Подожди, у нас они вообще не нет, у нас тут время, минута. Охренеть они, конечно. Да я сейчас все красиво сделаю, ни секунда минутки не пройдет. Ебать, шейкера забанили, блядь. Давайте еще шторма забаньте. Ну возьми пока тогда. Да? Кубетика. Кубетика могу, против тебя. Бля, ну я думаю, что сегодня нужно Леона уже выкатывать.
Да все-таки не, еще рано, еще не финал. Не, еще это... рано, еще рано, это в финале. Мстить Травоманычу? Леон на финал заготовочка. А, у меня же камни. Охуенно всего. Блять. Вы же помните, что у нас там виспы, морфы, там вот это все есть, там с виспом можно. У сюда, нас сегодня короночка выкатывает, и просто еще не курс. Хорошо, хорошо. Вы там что-то обсуждали, да? Да, я, мы обсуждали. Я тренировался, я скилл оттачивал, да, на миде. Ух, ни хрена себе там заготовки пошли. Блять, кстати, Энигму забрали. Блять. Стратегия, сука. Проебали. Реально. Это наш план был, да? Да. Блять, а как так вообще? Гонекс, бля, они, а у нас, походу, кто-то инфу сливает с конфы. Дизраптора забрали, бля. У меня еще интернет вылетит, присоздадим, ладно. Да не вопрос, я бы заново драфты начал, да. Пока не оставят нам наших героев. Все, пизда, проебали, короче. Давайте я просто Сирию возьму, сейчас кого хочешь и все. Давай течку сюда, я выкатываю течку. Ой, блядь, хорошо. Ой, блядь, это будет разъёб, отвечаю. Блядь, это будет очень красиво, я прям чувствую. Так, а кто у нас на тройке играет? Я вот что-то... Кто тройка у нас? А? Я. Ты, а ты... Ага, всё, супер. Я просто по голосам к вам не привык, пиздец. Но я только Сильвера знаю, потому что он всегда орёт, что его ебут, блядь. Всё, сегодня орать не буду, сегодня я буду ебать. А не, нормально, ты внушаешь, так сказать, оптимизм, потому что когда ебут тебя, я прям чувствую себя охуенно. Заур тут? Да, он тут. Пантомем, слышишь? Да-да, плохо, но слышу. Первый скилл, да, качают на Дайнга? 4-1-1 играют, всё, понял. Ну, первый, третий, первый, второй, первый, ульт, первый, так обычно. Да-да-да. Ну, прибавьте меня в DS, если текст. Вы же это смотрите, то есть вы закладываете то, что там тинкер будет на миде. Всегда, может быть. И кто-то должен... Кто-то должно просто ловить. Я буду прыгать ему на ебало в детстве. Хорошо. Рефрешер куплю, буду как попрыгушка, знаешь, такая. По карте летать. Блять, они все, чем я ранки доиграл, банят. Прикиньте. А это пиздец, я не знаю, кто, что мы играем вообще, с кем, чё, почему? Они до табав жестко прочекали. Охренеть вообще. А, типа им сказали, что свапнули? Ну, их, наверное, предупредили, да. Блядь. Их предупредили, да, 100%. А вы суки, блядь. Возьми дума просто, да и всё, нет? Да у меня найдется, не пойся. Не, реально, дум же просто упрям. Да, чё я не могу героя, там видно всё, видно. Прямо не герой, чё тридцатый Уруса мужику забанил. Респект, бан. Ой, а Урусу нельзя банить? Сори, забыл. Как с ними сложно, блядь. Я не увидел, сори. Сори. Урусу нельзя. Напишите нам попы. Заур, привет. А что, нельзя? И отличного настроения. Не, нельзя. Смотрел вашу первую твои колы уровня, это просто нечто. Нормально, красава. Нормально.
Потому что... Ставьте только тег, там тег надо ставить какой-то, да? Потому что агрессивность мы, бля. Да, сейчас поставлю. Я не знаю как. У меня это, у меня. Я знал. На груди всегда будет моя охрана. Мой рэп всегда будет звучать для квартала. И мои волки никогда не помогают. Шакал пасает. Тебе потянутся, как только у тебя фейм. Бля, почему вы все банят шейкера? Не понимаю, неужели, блядь, так? Ну ты разъебал первый, поэтому и боятся. Да это, блядь, был Вудман, нахуй. Который спиной стоял, блядь. Вудман — это которая, блядь, порно записывает? Ну, блядь, я хуй знаю, просто я не могу произнести. Почему-то у меня Гудвин не произносится, блядь. Ну не знаю, тяжело. Все понятно. Гудман как-то ближе просто. Ближе. У него еще стиль игры такой, знаешь, встать задом, повернуться, блядь, и как бы прожимать колючки, и ты думаешь, как бы, если его пиздишь, то... Очень классно наблюдать за вашей командой. Успехов вам. Спасибо, брат, спасибо. Да я вообще на не горю. То что? Все это такое, одноразовая акция была. Спасибо. А Бэтрайдера спиздят? Бэтрайдера спиздят, потому что они в ахуе, наверное, были. Да нет, сегодня это, Бэтрайдера сегодня не будет, ребят. Я сегодня не готов. Хуйней заниматься. Бля, уже быстрее бы стартануть, пиздец, так уже 12 ночи почти. А ты спешишь куда-то? Да. Куда? Его открыть, блядь. Ты открывай сейчас, блядь, смысленно. Нет, подожди, после первой открою. Хотя на течке без алкоголя? Без алкоголя, наверное, здесь? Нет, алкоголь. Пиздец, вот это не одобряю. Я думал, ребят, ты, блядь, нулевочка. Мне мама сказала, до двух вообще сегодня могу. Ну, походу, мама да... стенды не будет, значит, за нас. Если успеем, зайдет. Что, фуры не было? Был фура. А кто там у меня заведующий чатом? Ребят, сделайте там слоу-мод, чтобы был там не миллион часов, но секунд 20-15, типа слоу-мод, чтобы был. Кто там шарит? Кто шарит, как это делается? Потому что, типа, не знаю. Посмотрите, короче, я не умею. Пишут, Куман бомбит. Ребят, погнали, Урсу забираем у них, походу, сигнал. Ну, конечно, они сразу закипели. Вот мы их, сука, испалили очкошников, нахуй. А чё, Урсу не законтрить? Как можно вообще в этот пул добавить Урсу? Ну, это просто пиздец, из-за этого еще ремейк делать. Типа говно герой? Не, может, я реально хотел... Герой как герой, я не знаю, ну, ситуативный герой. Или под саппортов хуйня? Я не знаю, в чём прикол. Просто герой, ну, сильный герой, но... ситуативный. За кого еще банить последнего? Ебани снова Урс. А, похуй. Мы же повторяем баны прошлые. О, пальчика казнили. Да, все, блядь, законтрили, пацаны. А Шторма, наверное, хуёво, потому что там дизраптор, нет? А можно на фан-турнире поиграть по фану, блядь, а не на какой-то хуйне, которую я не хочу играть? Я тебе говорю... Говори, кого хочешь, я тебе любого пихну. А я щас, не, сейчас я буду в любом случае, братан, мне похуй, короче, я кайфую от процесса, я буду играть на ком хочу. Вот. И я буду стараться, пацаны, то есть давайте мы после этой игры останемся друзьями, договорились? Дружба в любом случае победит. Вот. Короче, это... Куман, ты хочешь last pick? Давай, скажи просто, чтобы я понял, пока подумал. Мы можем сейчас взять героев. Ну, можем оффлейнерами сейчас взять, точнее керри. Ну, ты хочешь себе last pick, правильно я понимаю? Не-не, я говорю, да. Тут против них мы какой-то рейндж-герой по типу SF и дровки можем взять. Ну, если хочешь дровку, могу прямо сейчас дровку взять. Лучше, наверное, SF, лучше, наверное, SF, да, чтобы я активнее мог. Ну, ты смотри, там Урса, скорее всего, будет. Да, похер на нет. Go с SF поиграем. Ебать, SF это разъеб. Да, бери-бери, похер вообще. Сейчас... ты на ком хочешь? Так, мы сейчас или, ты, берем, на... или ты попозже хочешь? Ну просто я если ты сейчас уже кого-то хочешь. Я не знаю, я пока не знаю, на ком я хочу. Сейчас я думаю. Тинкер. На ком же не? Я Тинкер не хочу. Я не а играю. Ты не хочешь оффлейнера взять? Он по-любому захочет либо Морфа, либо Войда. Что такое? Убери оффлейнера туда. Я думаю, на легионочке просто скатнуть.
поехала. Да играй с кайфом. Желание есть, самое главное. У нас, конечно, по станам. Залетит, если что. Не, у нас есть один стан на 5 человек. Залетит, если что, морф сходу. Если он в адеквате, он возьмет его. Либо урса какой-то свой. Да он урса возьмет свою, по-любому. Динозаврик. Это тот самый? Да. Да ладно, а надо показать регионочку козырную. С кайфом сыграем, бери похуй еще. Моего с сервера жестко за рейд кликаем. Курс взял. Не зря же мейк нажимали. Ну там остался тикер ласт пик получается, да? Тикер ласт пик, да, скорее всего. Ну, а чё банить ему тогда, я хуй знает. Давай, блять. Дази все играет. Нахуй пуджа. У нас все вряд ли будет, тут тинкер залетает, у нас ноль контроля, ибо тинкер здесь как дома будет. Ну, если забанят, можешь шторма взять. Эй, пора на тинкере тебя... Не, шторма банят 300%, я в них уверен. Если баг в бане, на котором я играл, вообще, блять, как вафля дырявая, то, блять, шторма точно банят. Зевс и шторм бани будет, и пик тинкера. То есть это читаемые пацаны. И чё, на чем будешь? Леон, вообще? Я думаю, пока. Сайленсер, пока вот... не? Да, блядь, это хуйня вообще терпильная. Сальзер, снайпером буду хуярить. Баунти Хантер. Не, Баунти Хантер против тебя. Блядь, сейчас, давай, просто, пусть пик, пусть я удаю. Он у нас последний пик? Или у них? У них последний. У них, хорошо, похуй. Сейчас посмотрим, кого они забанят. Подбань что-нибудь. Если уберут шторма, то это 100% тинкер. Бэтрайдер. Это тинкер, скорее всего. А, тинкер, да. Сейчас, я думаю. Шторм нам... Просто, блядь, мне тут будет неприятно, там, ульт дизраптора, земелья с дерьмом. И, ну, Блэкхол, ладно, хуй. Это все БКБшкой контролится, так что плевать. Это согласен. Давай, долби, выиграем, блядь, сейчас, за 20. Давай, поехали. Штормика? Да. Давай. Ха-ха! Что за клоунада это? Кумана, сейчас зачем думать, ты согласился блядь. На эту хуйню хоть? Тем более, типа, два ну, антибан героя, это такая залупа, типа, я ебал. Конечно, тинкер. Ты слишком строго судишь. На пакетку. Слишком строго судишь. Спасибо. Ну, такая идея, решили так. Потому что есть много игроков, у которых в пуле 1-2 героя. И если другого героя ему дать, он вообще лопух. И чтобы такого не было, придумали такую штуку. Это вполне нормально. Я считаю, что нормально. Так что... Да и турик нормальный, прикольно придумано, много смотрят. Если бы это было бы не очень, ни ты, ни другие не смотрели бы. По итогу смотрят же, кайфово же. Вроде всем нравится. Поэтому... У меня лайк этому турику. Стикеры тогда, ой, стики беру, стикеры бью. А, стики норм. Ты, короче, если он первый спел на зиратуре вкачает, привет, и будет с тобой пиздиться, я веселый, к тебе подбегу, скину его с тебя. Да, хорошо. Но если... Здорово, спасибо большое. Спасибо. Что в них нажимать? Угу. Окей. Можете вард сразу взять в мид, и, значит, и сильвер все может взять. Но заблочить кем-то? Ну просто опс можешь взять, и можешь сентри взять. Не, сентри возьму, опс не буду. На мид поставлю. На изи-линию. Ту-т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 у. Тарарам, 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 тарарам. О-хоу! Летел. Жаришка. Так, у нас какой план? Мы на какую-то руну куда-то двигаемся, не? Ну, можем вниз вместе подойти. У нас Сакиси героя. Сука. Дядя Фёдор. Не дай бог увижу это. Что, может, пойдем? Слушай, у тебя топорик есть, да? Вот потом сломаешь дерево? Или это палево?
Могу сразу сломать. Можно сразу будет. Пойти, пошли сразу поставим. Пойдем. Так я вам не нужен, короче, ребята, я так понял. Я пойду. Айрбанзи, нам наоборот не нужно. Дэдбол, блядь, кстати, нам вот этот надо тем, будет. Кто да, проиграл да, сегодня на Гудвине на первом Можете с Андайнг наверху забрать там Энигму. Да, может сразу будет. Большой респект им за такое. Видно, так мы бы три забрали. Не факт, что я так заберу. Ну... Ну я пробую тут забрать. Курсы здесь. Давай быканем, нет. Давай. Да уби. Эпик у меня гандон. Короче, Кьюзи, нам нужно будет его нормально подбили. Убивать просто и в целом все. Вот этот не блоч, будем пулить. И если лайн будет на нас идти, старайся ему не давать пулить. На третий можешь первый два взять. Бля, дядю Федора учить блочить нахуй надо. Так, короче, на третьем возьми первый спел 2 и просто по его пенечкам работаем. Да. У него кэп на улице. У меня как будто звук отстает от игры. У него глимс, походу. Да, у меня звук от игры отстает. Это так фикс? Я первый вкачал. Давай. Кто не знает, как это фиксится? Что? Ну, если перезайти в звук. Ну, вниз. Отстает, короче, от игры немного. У меня вроде то же самое, хз. Почему так? Хост, походу, лагает. Умный дохуя или че, я что-то не понял. Скиллы, ебать, выйдет. Да, подойду. Я всех крипов добил пока что. Хорош. Тут на миде тоже парень, короче, нервничает. Наебал. Еще раз. Блядь, это была ошибочка, сука. У меня 5 секунд спел тебе помочь, Сильвер. Давай. Я так, если что, подбегаю на него, чтобы он разворачивался, и я обратно... Нормально, я душу его, душу дуру. Курьер. Ай, ладно, там уже без выхода сидеть. Mm-hmm. Всех заденайл или что? А, нормально. Я второй лево так. Сейчас заблефую вард. Ебать, ты что, покерист? Ну, типа. А я наполовину. У меня так-то еще второго нету, блять, я не упрыгну, если что. А, можешь экспу пиздить у меня. Давай. Хорош. Да, убью его. Заебись пока что. Угу. На миде парень такой новичок, короче, я вам так скажу. Мне коготь подъедет, я вообще сейчас прям крипов уничтожать буду. Давай, да, убей. Да, урсу пока напрягу чуть-чуть сейчас. На тележке своей. Подвоим. Не попал нихуя. Да, нормально. Отзонил. Поможешь? У нас там нету компа, да? С чем? Нет. Давай. Удачи и веселой игры. Главное, получить. Ну как сможешь центры привести. Бля, надо было сразу это сделать, читай. Ой-ой. Ошибочка. С тобой не спеши, нормально все. А, можешь заполить next, я сейчас отловлю. Я next заполю. Я добью. Давай. Блин, я бы на самом деле в игру перезашел бы, потому что у меня звук отстает. О. Так некомфортно. Сейчас. Давай попросим. Сейчас можем урс убить, когда он сюда вот подходит. Я потом. Как убьем? Зомбики не дают. Ладно. Ну, если он подходит, можно просто бить его вдвоем. А, ты про это? Угу. Сейчас третий будет. А вообще в какой-то момент побежать просто в мид и на тинкера сверху прыгать, вдвоем его убьете. Земля мид пошла, осторожно. Да, на руну, наверное, баунти плюс 100 рун возьмет. Это был вопрос времени, ебать. Дядя Федора трахнули? Да пизда, блять, там. Он ноет, там помощь просит. Он сейчас стрим вырубит, блять. Энигма 4, да, есть. Земля руну контролит на топе, да, баунтосик мой. Если в груза попадешь, да, можем убить его. Главное, чтобы блядь, хуя он выйдет хорошо. А то грустный уже на пиках сидишь. Сыграй в кайф. Может, бубнул, сапог сапог подъезжает. У Руси хуёво, у них регена нету. О, посмотри, как я их.
Лучше пиздец говня. Я сбил фласочку, нормально. Хорош, хорош. Если в Урса прыгнешь, он умрет. Если получится с кустика как-то. О, ребята, да ты! Хорош, лучше, лучше. Туда его, блядь. Сейчас фласочку подвезу. Заур, надо вывести этих челиков. Жгите. Да, давай, давай. Ладно, ребята, я перезайду. Мне... У вас нет такого ощущения, что слагают, или это у меня так? У меня потери есть 5, почему-то парочка, но вообще вроде ок сейчас. Ну, у меня вот такое ощущение, что мне что-то зависает игра. Ну, звук отстает этот, да, это, если это у тебя тоже, это сервер проблема, видимо, я не знаю. Ребят, как на лайнах, только честно? Охуенно. Ну, я фрифан. Не въебен. Хорошо, хорошо. На миде тоже все пиздато. Урсы все очень хуёво. Всё прям хорошо. Так, погнали, попробуем. Спросите у них там. У меня не в муте есть, что начать, и как напишут. Чивчелюс, блядь. Чивчелюс. Фрик. Все фазики привезу, вообще всех крипов ему добью. Давай, давай. Нехилочку дашь, я могу манга тебе запулить. 5 мана мне. Да ладно, лучше не надо пока, лучше софет. Ох, я отрегенюсь. Да, убей, блять, его. Пока один там. Тут крипов держу. Я смит. Ушел чел. 5? Да, можешь под 6-й строй в мид пойти, на самом деле. У меня будет... пока вот здесь крипы стоят, для меня не доебутся. Нам нужно будет... Вот через 30... Через 30 секунд можешь на руне быть. Я жив, все нормально. Я иду убивать. Похуй, давай хуярю, блядь. Я иду убивать. Я через базу. Давай, иди, блядь, они твои нахуй пока. Я отойду. Блядь, не умеют по-честному эти стримеры стоять. А, кстати, Энигму не убьем? Энигму не убьем? Убьем, приходи. Иду, блядь. Я ошибся. Ладно. Давай. Ааа! Да убей дуру. Давай, делаем. Да убей ее, блядь! Я бегу, но я ничего не могу, сори, блядь. Убьете, паня. Бля, ну я не достал карты, блядь. Я не достал, блядь. ТП. Ха-ха, okay. Куни небесная голова, черозводица, иди нахуй, стурика, черт опущенный. Турик имба. Заур заебал расслабь булки, катай с кайфом. У вас топ-команда, вы лучшие. Не выживешь, да? Не знаю. Блядь, не выживешь. Ну три героя стянули, все ок. Да. Нормально, зоню, парни, у меня стики, я выживу. Кура, осторожно тут. Нам нужен будет в топе вижен, вот сюда, если ставить, вообще идеально будет. Если есть. Сюда? Угу. Можем? Ну вот, на лайну сюда. Окей. Давай, долби! Долби, блядь! Долби, дуру! Убить. Хорошо. Ухожу. Тут три плана миди, они меня шли хуярить. Ах вы извращенцы, блядь. Нахуй Смита, долбоёб, блядь. Нахуй отсюда, дура, в могиле! Я про миде был? Я турный сдох. Ничего, нормально, брат. Они тут трипло решили ко мне выйти, блядь. Новички, нахуй. Вернёшься в бот? Нормально, я засейвил. Серьёзно, не сбочи. Ты просто лучший. Мы убьём его. На телепорт. Сука, блядь. Ты, блядь, не видел, нахуй, больше. Зар, будет топ помощь? Угу. Я похуй, все файл. У меня 6-й левел, а вард сервер. Ой, бля. Он боится меня. Бля, я спалил вард, ёб твою мать, вот это была ошибка, конечно. А замедлишь? Получится? Вообще нет. Пиздец, слушай, я не знал, что там центр. У Энигмы 6-й, ребят, они сейчас будут, наверное, пытаться в топе меня убить. Да. Энигма 6-я, да. Бля, у них еще, наверное, вижен здесь листуется, чё. Урса ушла. Он пошел до 6-го леса, наверное, на фамить. Наверное. Можем погонять его так. Ну, бля, там тяжело. Бля, почему у меня в миде постоянно челы? Земля мид, ты чё? Надо в миде помочь. Еби, давай. Я ебу этого молодого, блядь. Просто у него вечно какие-то, блядь, пассажиры здесь непонятные. Че, арканы дофармлю? Из раптора в боте. На меня нападают? Вижу. Будем драться? Да. Давай, долби.
Да убили! Я отбежал, но мне много стаков. Вот эту шмоточку мне, пожалуйста. Через 7 секунд я помогу. Через 7 секунд. Драпнул. Если минкой попадешь по дизраптору, он умрет. Да уби. Бля, ну я могу от статика, нет? Живешь. Парни, я бегу сзади. Давай. На танка. Там ульт есть у Урса. Не могу у него ультануть. Бля, скорее там вижен, скорее всего, если что. Меня где-то вот здесь прям статик ебанули. Ставлю тобой, если что. На топе нападает, будет блок ходить. Можешь ЕС обменять. Я иду наверх, бегу под хостой. Подерешься? Не забей, он улетает. Смотри, я могу прыгнуть. Давай. Прыгаю. В боте смотри, я летаю. Если есть ТП. Блять, ах ты сука. Бот, смотри, лети, бот. Я живу, Олег, бот ТП. Бот ТП, Олег. Я не живу. Олег. Делаю. Блять, не выжил. А ты мне, кстати, хилку мог дать, я выжил. Он без ульты, можешь убить его спокойно. Убил. Найс. Сори, я на Урсу. Куман, я тебя просто плохо слышу, понял? Я не слышал, что ты со мной говоришь. А меня плохо слышно, что ли? Ну, ты тихий какой-то, да, сегодня. Отстойте мид, хорошо. Он не дома просто. Куман не дома? А я слышу как-то по-другому его сегодня, думаю, да. Можешь эту шмотку дать? Я топ руну контролю, бери больше, если будет. Чё? Вот это я в бой ещё не другу тогда. Топ у тебя руна, забирай. Опа, ебанутые, блядь. Аркан Ринс, бля, в доту опять говорю. Тут вижен, если что было. Можем ему тут темную устроить. Я сейчас в топ вернусь. Там в кустике зайдет. На, смотри. Если идет в топ, можно и на тебя забайтить, и я хотя бы разменяю его. Можем, слышишь, у меня смок есть, пошли под смоком в лес. Труса? Хорошая идея, нет? Если ты в него спрыгнешь, лагало, все, у него фазы. У меня штана нету. Парни, пауза. Шишечка убегает. Парни, пауза. Да, пауза. Да, мы поставили. Там на топе какая-то зваруха лютая. Ой, бля. Тя, меня крашнуло. Бля, у Тингера, кстати, даггер. Ну это мало, у него 2000 нетворс всего лишь. Ребята, я на донаты позже отвечу. Как-то в игре находясь, постоянно мьютиться, неудобно бывает, чтобы вам ответить. Отвечать, когда они меня слышат, как-то неудобно тоже. Если ты начнешь с третьего, а я подбегу, дам дуэль, и ты потом дашь в дуэль первый, то он умерит уже. Да, окей. Иди. У меня на самом деле очень хорошо все, Dragonlance, мы можем, я могу стянуться, потом бот тавер сломаем. Инкер с блинком, ребят. Он в топе. А что, мы хотим что-то в топе сделать? У нас ТП-шек нет. Я сейчас на базу за маной, там думать. Ну ладно, я попробую ЕС убить и просто уйду. Там тинкер, тут я по таверу просто уйду. В теории еще дизраптор тоже в топе может быть, смотри, чтоб тебя не гимсы. Да, дизраптор. Мы сейчас на Урса будем в боте нападать. Я сейчас на базу иду и там смотрю, либо топ, либо бот ТП. Блин, нет, ТП нет, я бы бот полетел так-то. Курьера, смотри, чтоб тебя не убили. Квизи. Да, сейчас. И в этой игре... Вам по шмоткам надо определиться, нам нужен глиммер и форсаф на дайнге. Я на шард коплю. А на тэчсе шард, да, потом можешь сразу эзерела собирать. Сразу прям? Или даже, знаешь, можешь линзу и улаг тоже взять против хинкера. Лучше линзу сделаю. У тебя стрим в 2К 1440 МБ, потому и лагай. Хуярьте. Ага. Серьезно? Что там, квизи? Все, реконнект, да, ты захожу. Блять, что с тинкером делать в этой игре? Потому что арчит я не куплю, очевидно. Почему? Да, блять, хуйня это, потому что регена маны не дает, собирать буду час, я пока вичблейд делаю. Арчит не надо, да, бери просто. Да, арчит не надо, я понял.
Просто как его ловить? Я не понимаю, чем мы будем. Кого, Тинки? Блинконса ловлю, ребят. Так у тебя шторм, тебе не обязательно вообще, чтобы его ловить. У тебя же вортекс есть. Разбираемся, не парьтесь. Есть, он же будет под этой хуйней потом в перспективе, под матриксом, что он просто блинкс под меня сделает после вортекса. Там же еще статус резист ебанутый. Че, вы готовы? Поехали. Go, да. Да. Также поднимаемся, вардик ставим. Давай. Ебать, сдуло! Вот он. Рунка. Угу. Тинкер там на топе с блинком был. Ты же видел, да? Да, видел. Не. Окей. Да, нормально, на дуэль развели. Слушай, я вард, наверное, поставлю не на этот, не на. Ну ты смотри где-нибудь в лесу их тыкни. Можешь поглубже вот тут еще. Я сейчас еще заблочу камни здесь. Книжку можешь взять. Ну или я возьму. Лучше течес пусть берет. Или я на мид, хотя... короче, подфармится. Да, лучше пусть течес берет. Или ты я могу, уже? Слышь, на мид подойду, мы уже можем... Давай, пробуем. Стой, с блинком. Смотри, я могу первый прыгнуть. Блять, тут вижен. Да. Тут вар. У нас 100 петар будет падать, я его даю. Могу бот прилететь, заберу. Вот тут вард. Хотя ладно, я под тройку часть. Урса в лесу. Нам нужно будет... Меня нападают. Нападают, ребят. Есть какая-нибудь помощь какая-то там? Не помогу. Я тоже не помогу. Далеко и ТП нет. Я 4 героя быть. Тут, кстати, тоже вижен где-то стоит, блять, меня увидел. Нажал дизраптор и земля телепорты. Я тройку стакну сейчас. Или нет, ладно, ты стакни на замбе. Да. Диза ульт нажали, они как минимум 2 да. ТП бота дали. Бля, раз нету, ко мне идут. Я задрот, блять, вонючий. Урса без ульты еще? Я лечу на него. Давай. У меня ща ульт будет. Ча ульта на? Да уби. Ну, у него пиздец. У меня 8 пока. Секунд ТП. Я в завал. Я лечу бот, ребят. Найс, хорош. Go next. Go tower забери. Давай. Беги за ним. Энигма здесь, Он с ультой, но я иду. Я ТП на низ делаю. Беги, бейте вот этого типа. Фокусим дуру, Не бойтесь, если что, я ультану. Я собью. Давай, хорош. Давай. Инкер, парня. Сзади, смотри. Землю. Да. Да убить. Хорошо. Хорош. Я ему не дам укатиться, я перед ним встану. Хорошо, что? Нормально, ты могилу укатить, блять. Заебись. Заберите даже. Заберем. Я помогу дурай кликать, то вдруг они сейчас ТП-ши захотят. Я на бот ТП делаю. Отстопи фарм, ребят. Смок, есть? Го возьмем? Го бьем кого-нибудь? Я без ТП так, что кто-то заберет. Я ТП на них сделал. Собирайте, да. Я мид дофармлю вот тут шишки и на базу. Шишки это норм. Тройки два стака сейчас. Хорошо, окей. Энигма бот пришла. Так, я лев закрываю. У меня будет мейл, если все кто-то поднимется, можем... Смотри, земелья, тут вижен. Осторожно, вот тут скорее вижен. Стоял, да? Да, там вижен. Нажал. Ой, хорошо. Из земли убил? Меня убили. Я там не окажусь, ребят, далеко очень. Не, отходи, лучше отходи. Да, у меня 5 секунд. Блядь. Не выйти отсюда. Ну, вот тут на ХГ вард. А, дуэль получил на мою. А, вот она. Я на мид ТП, короче, делаю. Это иллюзия в топе. Я вижу. Я забрал. Умер. Молодец. Nice. Я топ полечу качать. Так, ладно, можешь... топе фарм, да. Фарми я лет пока. Поживу. Можешь в лесу сильвер шард дофармить. Да, скорее всего, так и надо. Или в миди, если строить, топ лес придет качать. Да, я лес пошел. Короче, я каю, потом в ВКБ иду. Завтра это шарда 300 голд. Отлично. Можешь пофармить. Шардам вообще ёбка нереальная будет. Аккуратно мид. Топ, урса. Короче, делаем шард, делаю смок и делаем, ребят. Я баунти заберу в лесу, Лега, если ты не против. Да, бери.
Мне надо, чтобы Квизи ты подо мной в боте играл, ревелил мне. В миде не Квизи, иди под комнату. У меня шарт есть, парни. У них мы грифсы появились, у них мы сейчас сильные. Когда на когда на мапе не видишь героя, просто под меня сэр, ревели меня, это лучший плей. Пойду на тройку пока. А тут заблочено, кто-то фармил? На топ выход. Я убил. На поле? Есть смысл сейвить? Сейвлю. Я поживу, я думаю. Бля, иду, если что, на топ. Не, я не живу. Ты ушел? Сейвил, блядь. Ты ушел, да? Да, должен уйти. Выживи, выживи ты, тогда не зря. Там еще дизраптор оказался, вот это хуево. Дизбель, ульты. Или вот тут вижен, скорее всего. Ой, Энигма ульт откатился, они, может, захотят нажать его. Барт. Бля, бой спалили. Чисто, блин, косик чуть-чуть добить. Можем сами уже смог нажимать и пикофать. Давай. Надо вот тут герой. Блядь, тут рядом. Карта. Кто там был? Да, не земелья, увидел. Тут земелья. Скорее всего, не один. Зауру, у тебя Энигма качается. А, это Энигма просто? А? Хороший. Заур, я к тебе, шоу. Может, Энигму ёбнем, если она выйдет на крипов. Сильвер, ты купил шарт? Можем да, попробовать. Все, он сейчас если выйдет. Го. Он на очке немножко, как будто. Смотри, короче. Мы вдвоем? Я если что Black Hole собью. Да, если потом. Он решит. Пошли мне вниз к пацанам побежать. Да, пойдем. Смотри, они, возможно, Рошана сейчас убить будут. Урса в топе. Забери, Али. Бля. Да, похуй. Все нормально, Сильвер, расслабься. Окей. Там вижен, где ты сейчас идешь. Скорее всего, я сейчас посмотрю. Да, мой дед. Да, тут вард. Я собью. Тинкер в миди ракетки кидает. Маточку скинул. Вообще, на наверное, надо под Рошана играть, да? Там, сам, берите себе философски. Кто возьмет? Топ фарм. Вот тут герой светанулся. Я сейчас минку поставлю на Рошана. А, один кэмп добью, парни. Давай. Земелья. Смог везу себя уже. Да, минку на Рошана оставь, типа, пусть поставил, там стоит. Поставил. Ребят, короче, я в драке в дизраптора влетаю, скорее всего, потому что иначе у меня проблемы. Да. Короче, я везу смог. Скажите, там на топе, тинкер. За ним, скорее всего, парень стоит его. Парень. Пельвен, подойди к нам уже. Иду. На топ, да? Да, вот. Как рысету надел. Ты просто прыгай, я... Сходить. Предлагаю тройку. Давай. Ну, можем в тройку пойти. Заберите. Я прям сразу прыгаю. Стойте, сейчас я вард поставлю. Я если что с вами, ребят, но если их немного будет. Если много, подумаю. Да, снизу. Опа. Инкера. Да, уби. Прыгнул? Убью. Блэк Холл сейчас будет. Энигма далеко. Энигма с грифсами, без даггера. А смотрите, ребята, я в Невизе иду сюда. Go Tower. Я вот ухожу. Давай, 500 маны у меня центре есть, поставил, ребят. Центре поставил. Помогу. Хотите, go, убьем их, ребят, go. На дизраптора стянул. Не стянул, но я нормально. Я очень сильный, ребят, я их убью. Курсу стянул. 10 секунд. Нажало. До конца. Там Энигма сейчас побежит, ребят, Энигма. Я собью. Хорошо. Трейд, это похилил? Живу. Нормально, я его подбайтил. Митавр, идем. Короче, смотрите. Ребят, я без ресурсов, я вам нужен, нет? Не-не, можешь идти. Не-не, иди ресурсы. Я пошел делами заниматься. Го вышку и Рошана убьем. Там нет. Давай. Ой, бля, сейчас сдохну от вышки. Не умирай. А, не, Рошана не надо. Не, на базу. Не можем, да? Хотя с легионкой можем, ладно. Регентись, погнали. Ну, там 30 секунд, можем с тобой. А ты у нас не там бы не ульты, эндайнга, парни, да, не забей, очень не, вижу. У тебя ульты, я думал, ты хотя бы сюда. Я тут с кем заберу и бот полечу, как у нас все будет, тогда можем. Смотрите, я улетаю в бот, единственное, чтобы не... Никто не умрите сейчас, случайно, то они рожь пойдут, знают, что я бот тэпался. Там минка стоит. Можешь ты качать, Селех, а я лесок побью. Я сейчас БКБ дофармлю, ребят, и можем просто пойти тупо в Рошана. Я его дофармлю раньше, чем появится Black Hole. А не смог нажали, смог? А, нет. Блять, как будто да. Все под контролем. Я вот сюда, на шишечке.
Реген на топе. Урса по какой-то причине. Или я ворву? Попробую. Ну, ему нахуй не нужен. Если заберут, похуй. Если земля вкатится, я в него дуэль дам. Давай. Ну, они... Дай мне, катится, мне батл. Все, ребят, едет БКБ, я иду в сторону Рошана. Могут быть в смоке. Но они, ко мне едет БКБ, если я не умру вообще никак. Да, у них БКХОВа нету так, ребят. Ребят, пусть... Я, смотрите, я без БКБ, я могу забайтить на себя. Ну, Инкермитеп Нуса. У него мистик Саш, это шивер. Что его делает? Вот Урса со смока вышел. Можно Урса без БНКа, он БКБ делает. Идем Рошу, ребят, просто. Вот так, пойдемте вот так вот, обойдем. Да похуй, я не мог ничего, пусть идут, если хотят. Можешь просто зайти бить. Я тамбу просто поставлю сейчас. Че, я вообще могу тут тамбу. Тамбу сразу не ставь, нажми ульт, тебе и потом поставишь, если что. На этой варде подойдут, если просто нападем на них. У них блэкхол нет, они слабые. Раздевардили. Под конец, если что, если будут идти, нажмешь. Будет завтра прыгнуть, если он подставит. Я будет завтра ворвусь. Танкует, пистолет танкует. Опа. Нажимай там был. Да убей. Они сзади не могут зайти? Они ни хрена не могут, ребят, от слова совсем. Только ЕС можешь прыгнуть. Смотрите, будьте готовы это за дуэль его, если он. Вот смотри. Прыгает. За дуэльте? А это когда он? Я возьму Егу. Привет, Зоа. Желаю всего хорошего тебе и всем твоим друзьям и близким. За кольца то корыто и крыса зарулят, как обычно. У одного одни карты, ничего, в голове, у другого гачи ремиксы. На нашу земля не взял. Обнял. За кольку вот тут. Кота два. Го-го-го. Энигма внизу где-то, правильно? А Бухов? Отменил Бухов. Бить его? Я лечу, я с Регеном. У него блинк, ребята, он просто прыгнул. А Урса без блинка. Урса БКБ, ребят. Да, Урса БКБ. Тяжело. Видно, есть снимать? Ненавижу. Ладно, он блэкхол въебал, это хорошо. Я на их тройке буду, ребят. Хочу зафармить здесь. Это подхилил? Боти очень много фарма. Иллюзии здесь. Да, я возьму. Угу. Ладно, я каю Сашу потом, короче, ребят, БКБ. Я делаю пайп на зомбиле. Грифсы можешь купить? Я же сказал, нам нужен глиммер, форстаф нам нужен и можешь, да. Ну, можешь взять грифсы, реально. Тут грифсы некому делаю собрать. Окей, книжка нужна кому? Нет. А Течис у нас собирает Юл. Тебе нужен Юл. Окей. Тинки разбивать. Это Урсу, да? Урсу, Тинки. Против боя героя очень хороший. Бля, что-то на кайф сделал уже. А ничего страшного, бывает. Нормально, может урон. Может, иллюзии лежат. Да-да-да, это моя любимая, беру. Мне едет Shadow Blade сейчас, как в паблике кого-то ебану с ульты. Я бот отпушу. По карте никого не видно, ребят. Я короче, с Эгисом могу заревелить. У них нет Black Hole, ребят, должны понимать, они ни хрена не могут. А меня в боте хотят цеплять дизраптор. Не спугни его, уйди отсюда. Ты бесполезен здесь. Я сейчас на бот подойду. Снизу фарм, ну, я понял, аккуратно. Аккуратненько. Угу. Тинкер мид шива есть. Хочу его попробовать убить. Я с тобой. Стакну. Ну, типа, а Рока сейчас будет, понятно. Заур, там три стака забери. Угу. Бля, я иду, пока далеко. Я в топе руна. Взял. Ай-яй-яй-яй. Если он ульт друг нажал, бывает, то я ему сбил его. Ну ладно, он, наверное, сюда прыгнет. Да похуй, нормально. Они боятся сильно. Нас, на самом блэкхол, да. Там сейчас блэкхол будет скоро уже так. Да-да, сейчас будет. БКБ не могу. Вот так-то, ребят, можешь себе пытаться убить их. А подойди ко мне, смог нажмем угол втроем. Бля, ну просто я не хочу, тинкер в миде, там, блядь, за ним стоят. Это пачку убью сначала в миде. 100%. Тинкер, забейте на тинкера, вот Урсу. Можешь за дуэль убить Урсу. Здорово, если он к тебе прилетит, можешь ему дать пиздюлю, сбить блинк? А я попробую подъехать. Го вниз, наконец. Го. Могу, попробую. Есть вардик? Не, у меня нет. Вардика нет. Вероятно, уже сентри вард. Не, мы здесь вдвоем. Мы здесь вдвоем, никого не видно. У них Энигма Black Hole блинк есть. Здесь, может, герой будет. Я ТП на низ еще вдавливаю, ребят. Прыгай. Вдавил.
Вот тут Урса справа. Тут Тинкер у нас. Эник мог в топе, Эник мог в топе, ребята, его не будет. Здесь герои. Они на топе у Заура. Урса в топе. Это не Урса просто бежит. ТП шелести, я понял. Да, Энигма и Урса в топ ТП нажали. Я ты, блядь. Нормально. Нормально. Аманы есть? Подфармить. Аманы нет. Да, есть. Арканы. Арканы ебал. Я фармящая течка. А, пани, я НШ закачаем из БКБ. Можем вообще прям в наглую пиздец играть, у них в БКБ нет урона. Так, у нас Undead 40 секунд Аегис. Нормально, пусть танчит идет. У нас план вообще какой? Убили Аегис. Ну мне нужен Аегис для того, чтобы я играть мог против Black Hole. Земелья топ. Можем? Да, можем. Да, я лечу. Там трое. Я убьем его. Он вард поставил. Го Энигму. Го. Энигму, конечно. Вард поставил на лайн. Стяну, заберу, снял. Хорош. Смотрите, и Тинкер собью. Тинкер его дуэль дал. Блять. Вот здесь прям на лайне вард. Блять. Земель убил. Хорошо. Нет. Я заур. Вот прямо вот здесь вот. Вот здесь. Да, я вижу. Ребят, на манку быстро сюда. Ребят, туда ждем Рошана, заберу Next Rush и мы выиграем. Куда мы? На манку? Давай сюда. Хорошо. С шардом и прочим. Ребят, шмотки, смотрите, второй тир, может кому еще. Там дайте хоть одну ДДХ, но меня заебало. Аквила никому не нужна? Нет. Так, у меня почти БКБХ без свитка уже. 15 секунд. Дай. Снизу много фарма, кто-то идет или я? Я не хочу там. Там Урса. Урса, блин, БКБХ. Новые шмотки можешь фармить. Вот это робу кто-то будет брать или никто не хочет? Тебе норм шмок, по идее. Да вот я тоже. Я сейчас фьюл будет. Как будто вас здесь. Так, робу я возьму, ребят. О, заебись. Там букова снова нету, можно смокануться. Смотри, три какая шмотка. Хороший таймер есть? Есть смочок. Да, все вижу. Вот. Сходить смок, это вот идеальный смок сюда нажать. Тут они будем всегда фармить, но сейчас, у них сейчас нет блокола. Вам надо это делать четвером, либо втроем. И как можно, ну, желательно быстро это делать. Готов смоковаться. Мне сейчас нужен. Пушите лайн, покажитесь и резко пропадите. Ребят, бегите. Смок-то нет, ребят. Нет, понял, что тогда просто идите в топ, просто идите в топ, ребят, подойдите в топ. У нас снизу какая-то. Заберем, ребят, просто в топ подойдите, тауэр заберем, тройку заберем и ждем Рошана тут сейм, он скоро будет. Мне Аегис нужен, и я выиграю. Точнее, ну, мы запушим их. Все, иду к вам. У Урса блинкток появился. Можете, кстати, Серёд, денег много, можешь гем купить. Смотрите, будьте готовы за мной стоять. На друг нападут, просто... Короче, я ставлю агрессивный вард, если что. Нажми на меня второй спал, я запущу тавер. Че? Гидратора тут. Жал. Нормально, все нормально. Задуешь? Жал? Красава. Да убей! Можем наш ХГ, ребят. Можем стянуть их и подаем наш. Взорвали нахуй. Ребят, у меня БКБ 300 золота, вы не против? Ты фарми, мы сягиваем и отходим. Мы просто мы не деремся, если что, никак. Снизу башня падает. Заур, мы бьем или нет? А? Я говорю же, да. Блин, что с настройками здесь? Вы бы знали, как не дискомфортно играть. Если там бат нужна будет, скажите. Все, отходим. Фармим тройку, скипаем пачку и идем Рошана. Все, у меня есть артефакт. Рошана нет? Чекните, кто это. Нету, только что чекнул. Да, я хекс иду. Я понял, да. А? Я в хекс пошел, говорю. Давай. Я могу тоже хекс собрать, кстати. А тебе нужен Юл, теперь можешь Этериал собирать. Не забывай его от Урса, и либо на него, когда у него нет БКБ, либо на того, кого он бьет. Норм тема. А, я могу же просто во время прыжка Этериал дать и взорвать, нет? Тинкер в топ летит. Ну да, это как пойдет, Юрий. Да, окей. Если он дальше пойдет, я могу задавить. Можешь. Не вижу пока. Рошана чекайте кто-то.
Там минка стоит? Просто мид, мид топ скипаем. Можешь прям на него поставить. Ребят, никого не видно, могут быть в смоке, мы разделены у нас. Она взорвется, когда заспаунится. Ты должен сам находиться, не бегай по боту. Да, я вард ставил. Нет, там не надо вард ставить пока что, потом лично. Не, уже поздно, я поставил. Да я специально строй его поставил, мало ли. У них есть вообще бомж, у них ноль шмоток, ничего нет абсолютно. Грифса нет у нас, грифса еще. Если я за блокол не умру, меня убить вообще Андрил будет, если что. Ой-ой-ой-ой-ой! Мид, помочь. Прыгу. Иду, ребят. Блокол, ага, аккуратнее. Блокол у меня. Я иду. Я не доджу. Ушел? Нормально, деремся. Взрываю дизраптора взрываю. Бля. Бля, подстену. Нормально. Похуй, я умер, но это того стоило. Все четко, вообще четко. Что он делает? Щипанулся, что ли? Блять. Хорошо. Я не знаю, почему сделал это молча. Мне просто захотелось. Да. А ну-ка, легионочку, дядю Федора, давай-ка типнем разок. Давай. Только я не понял, почему я его не убивал? Правда. Не знаю, я еще и пролетел ремонт. Я не буду их агрить на себя сейчас, блядь, начнут меня типать. Рычки меня сгорит на них. Хорошо, но нету еще, если что. Пойдем топить. А я вроде стрей спас, он улетел, а он сдох. Я вернулся, потому что там урса начал кумана пить. А, понял. Все, отходи, выходи, не бей. Ты что? Глимет нажми. Ладно, я тебе отдаю. Там Бенни ставь. Отпушиваю бот. Ах, суки, втроём. А, ничего страшного. Тинкер БКБ, кстати. Сейчас Рошан уже заспавняться должен. 5 секунд. 5, 4, 3. 1, 0. А, наебал. Да минка взорвется нормально. Так, вот эту варту сюда, ребят, смотрите, можете синуться ко мне, не играйте. Я подскажу уже. Ребят, мы Рошана ждем. Через 20 секунд Рошан появится. Угу. Сейчас пойдут вар ломать. О, бежит уже. Давай. Я не гмидал? Угу, да, убиваем все. Без байбека умер вот чудик. Чиф. Мёртв. Нахуй мусор. Все, Рошана пойдем? Я иду, парни, я иду. Пойдем Рошу и закончим это. Катите легу на Рошана. Там пурса был аккуратно, Серёг. Угу, похуй. Я ум. Там БКБ Баша. Похуй. БКБ отдал на меня, нормально. Вот мы уебнем вообще? Да убил, блядь. Не, мы его не ебнем. Тинкер ему, поможет. Да. Ребят, Рошан появится. Я убил его. Да, мы бежим. Рошан уже нету. Я отвлек. Фарда дашь, куман, или тебе нужен? Мне нужен. Нужен, все понял. Так, у них еще есть блокхол. Подзадумайся, кстати, на легионке в этой игре купить линзу, чтобы этот блокхол, чтобы ты не прыгал, мы начинали, он блокхолит, ты его дуэлишь. И у них единственный аут меня убить, это блокхол, больше никак не убьют, у меня фрей. Могу на самом деле, и еще шмотку эту взять на костре. Я хочу сынуть их. А, у нас тачи. Я, если ладно. Что, подержу. Забудьте. Я к вам или на бот? Я могу потанчить, друзья мои. Мы... Да, один, да? Нам надо просто пятером сейчас быть. Угу. Иду. Мы можем в топ зайти спокойно. Я очень сильный. Нам просто зайти за блоколь, точнее убить Энигму. 6 секунд БКБ. У нас есть вард поставить на хайграунд? Есть. Вот сюда поставить вард, не дать его завардить. Угу. Я бью, ребят, вы стоите, не прыгайте в них. Они нападут, мы их убьем. Только я могу себе позволить. Да, Зау стоит, мы сзади дрочим. Ой-ой-ой-ой, что это, блядь? Бать добегс. Все, идем под. Отходим, это идем мой кири, блядь, знакомьтесь. А есть смок, нажми смок, Силер. Четко. Я лечу в бот, просто по лайну идем, ребят. Не задерживаемся. Вот так. Го отожмем лес. У нас есть еще вард? Только синий. Я везу. Айди ко мне, Силер, мы можем вот тут кого-то подцепить, если кто-то побежит один. Любого показывай. Я вообще не шуту, где-то урса шкерится. Я сейчас пробегусь по кустикам. Вы вполне возможно, либо у нас на тройке. Не, урса на базе была, ребята. Урса на базе был. Он тогда он тэпнулся. А, ну да, он на топе, вижу. Тинкера могут цепануть. Давай, получится. Мы также сейчас... Блять.
Прыгу, прыгу, прыгу! Ааа! Пиздец, блокпост. О, у него БКБ появилось. Они без блокпола зовут. Можешь убивать их. Дизаптор без бая. Просто выйти, просто выйти. Я еду. Дам хау. Дам алибарду, дам алибарду. Я иду. Ребята, они под тамбой. Блэкхола нет, зовут. Хотите просто подойдите ко мне, может, я стойте рядом сзади меня. Я замедлил, подзамедлил. Там Заур меня. 2 секунды помогу, Сильвер. Ребят, помогу, просто ко мне снитесь, не делитесь. Сука, бля, ебаные ракеты. Блэкхола нет. Да, да, я понял. 15 секунд, ребят. Там Энигма от иллюзии умирает. Курса на мне? Ну я, все. Ебать, 1200. А там ультракарта, похуй. Ебать урона, блядь. Иби, иби. Да уби, да уби. Ой-ой-ой. Да уби. Дядя Федор пришел. Да, блядь, тетя, а не дядя. Аккуратно. Тут появилось это. Там баба, поняли. Но у меня план свой. Ты нахуй меня урса отпиздил. Не понял. Спасибо за игру, как говорится, ребят. Это же Бот-3 так же, да? Да. Да. Это не боты, это Бот-3, зовут. Да. Я могу вторую короночку выкатить, это виномантер, ребят. Как вы думаете? Ну только если Леон в миде будет. Чат, а ну-ка агрессивный. Да. Так, ребят. Я донаты вообще, некоторые вообще не озвучиваются, некоторые я не слышу. Поэтому... Я могу ответить только сейчас на них. У меня вот тут очень криво все настроено здесь, я не дома. И по каким-то причинам они не озвучат некоторые. Так, сейчас быстренько позвоню и прочту донат, отвечу. Так, короче, чат, а ну-ка агрессивнее, тут ничего такого, прошел, ладно, всем котикам мир. А, тут у тебя тут целое, блин, сейчас, секунду. Так, привет, Гон, очень хороший, сам люблю лето и арбалеты. Почему не прошел донат? Ну, короче, свой донат прошли, ты уже понял это. Такс. Так где, братишка, когда Никс будет касить данный турик? Я у друга своего. Когда Никс будет касить данный турик? Ну, в планах не было этого. У тебя стрим в 2К, это я помню... Это не в этом дело, это не очень настроено, я так понял. Короче, еще какая-то настройка странная в доте, я сейчас буду смотреть. Так, привет, Заур, хороший стрим, почаще бы видеть тебя в похожих активностях. Спасибо, брат, за 1500 и за донат, и за пожелания. По активностях подобных. Ну, таких подобностей от Бодвум не так много. Такс.
Блин, тут столько некоторые, многие донаты были, на которых даже ничего не ответишь. Просто какие-то пожелания были. Всем спасибо, ребят. И хотел еще сказать, что я не в тильте. У меня просто. Ну, не с игр в тильте, у меня просто настроения нет. По другим причинам. Я вообще-то игры не горю. Так что. Плюс мне немного некомфортно играть. Вот. Заберу твою сугу в Дубае. Увезу твою сугу в Дубае. Дай на тексте арабском, дай на тексте арабском. Играет на мне как на флейте. И не нужны мои деньги. Только мечтаю быть вместе. Но я все равно не уверен. Биг бой в Дубае. Увезу твою сугу в Дубае. Дай на тексте арабском, дай на тексте арабском. А в Башкирии вода? А где это? Ты что, песню такую не знаешь? Нет. МРФА вообще брали хоть раз? Один раз мы брали. И после один раз взяли. Да. Ну, блядь, ну то не те игры. Мы брали спортсменов его. Там киберспортсмены лютые. Так эти тоже киберспортсмены. А не, это нормальные пацаны, как мы. Нормальные пуцки. Ну я понял, короче, Сильвия, как ты нетворс накапливаешь. Да, как не могу. Под шумок в пачке мины хуяришь. Вот что это? Кто-нибудь в курсе? Вот смотрите, я F1 нажимаю. А, блин, как это было? А, я один раз F1 нажимаю, у меня сразу на героя. А должно быть так, что и два раза я должен сжать это. Это где вообще? Блин. Нет, это не то. Я всю игру страдал из-за этой штуки. Блин, а где это, интересно? То, что это не надо? А, нет. А, не могу найти. Брат, не знаю, но мне по вайбу ваша тима прям офигенно заходит. Особенно вот три день вы прям кайфово стали играть. Заури, Олег, Ровную, Кизару и те, все ждали этой пары, в итоге ебейте всех. Удачи на турике. Спасибо. Сейчас мое сердце под шум волны перестало биться. Где-то в глубинах остановил ты мое море. Я не смогу без тебя, как рыба. Как каждому сплифу нужна жига. Как каждому сплифу нужна жига. Ты мое море. Как же сложно.
Она? Тоже не она. Ладно, сейчас. Али свиномарды, ща шахидом в тэцу и буд будете книги читать со свечкой, а не в чат срать. Салам алейкум, Заур. Как ты, брат? Тебе удачи на турике, надеюсь, вы играете. Брат, такой вопрос... Понимаю, уже размусолили, но твое мнение не слышал. Интересно узнать, я про головача, если что? Такс. Наконец-то. Донат, фуру выкатишь, говорит. Да, в лес сейчас на жетончиках после турнира поедем. Салам алейкум, брат. Вот. Удачи. Молодец, тебе, братан. Я же, когда ты на топе, Блэхон сбил под Т2. Уважаю. Валайкум ассалам. Спасибо, брат. На фоне их я просто тихо говорю, ребят. Я могу кричать, как они, но я не хочу кричать. Бля, кайфово смотреть. Делай. Спасибо. Я могу тоже громко говорить, но я сейчас не хочу громко говорить, поэтому тихо разговариваю. Вот и все. Могу их тише сделать, если хотите. Какой-то крутой колледж, и что-то не какой-то крутой теме. Спасибо, брат мой. Очень приятно. Да, действительно удивительно. Вот эта игрушка. Буду как амазонка просто ловить их. Ой. Чё? А кого они второго банили, не помнишь? В той игре? Да-да-да. Шейкера. Шейкера оставили. Андеда убрали. Смотри, они Андайнга убрали. Чтобы Урсе хорошо стоялось или что? Что Урсу? Давай реально Вайпер Веник просто Урсу уничтожим. Вайпер Веник, ебать. Блядь, без дропов, давай вот, бери мне Веника и потом Вайпера на троечку. Мы просто уничтожим эту Урсу, блядь. Так он, короче, он хочет и Найтсталкера опять взять, как он брал. На керри? Не, на тройку. На даблпик они брали то, что... Ну, короче, я готов Easy. Играть... Давай пуш, Мирана, Веник. Вот, выбери мне героя. Я бы пятерку какую-то просто фпшнул бы. Я бы просто Джокира бы взял бы, и все. И потом решим еще, куда ну он давай. Пойдет. Давай. Не, я сыграю, а на ком-то не впаду в Найтсталкера пойти будет. Там в основных настройках следовать за героем клавиши выбора. Минус 150. Спасибо большое, я уже это разобрался. К сожалению, из-за того, что задержка 5 минут, ты поздно. Поздно твой донат пришел. Придумали. Шейкера оставили жестко. Шейкера оставили, ну да. Я их пойду потрахую на Нигме. Давай. Давай, брат, блядь, делай нахуй. Делать красиво буду.
Бля, буду красиво. Короче, сейчас они Тинкера точно не возьмут, ставлю ногу. Там Федя на очке на лютом сидит. Поэтому будет что-то типа Зевса снайпера там. Шейкер бан, шторм бан, это понятно. И снайпер на ластпик, чтобы я, сука, не добрался до него. Пам-парарам, пам-парарам. Камера. Так, Сивер Стрей. 16-17 ваши чары будут. Сейчас посмотрим, это... что на 15 будет. Сейчас посмотрим. Ну да, да, посмотрим. Вы морально готовьтесь. Минера забанили. Убрали респект бан течки. А чем он может моего шторма закрыть? Течку забанили, блядь. Ну, Сильвер, они по тебе работают. Ты вон, да ничем, наверное. Ну, блядь, давай... по мне работает весь турнир. Если давай что. Сейчас Сильверу что-то бери. А посмотрим после их пика на меня. Давай, там левка пятерка. Пуджа, хочешь? Галочку следовать за героем, клавиши выбор героя на расширенных настройках. А, наш пик, сука. Поторопись, значит. Так, ладно. ДК, Мирана, ЦМ-ка. Две вапли и ДК. Я даже, знаете, что думаю? Я думаю, что они подумают, что это пуш кэрри какой-нибудь, или мид, они не ожидают. ДК, не, мид точно не знают, что я на пудже такой хуйней не занимаюсь. Две вафли и ДК. Две вафли и ДК. Блять, ну можем на самом деле взять шторма, типа, ну проебем, значит, проебем, типа. Давай, раз я уж на шторме выигрываю на этом турнире, давай будем выигрывать на нем дальше. Hey. Пусть боятся меня, акуман фармит. Будут меня контрить сейчас, закрывать, блять. Там сейчас заготовка против шторма, раз они его дают, сейчас какая-то мразь на миде будет. Сайленсер будет. Ну, сайленсера уже нету, ребят. А, сайленсера нет. Ну, тут все продумано умом. На ком Феде играть? Кунка какой-то может быть какой-нибудь Зевс или снайпер. Я вижу трех героев, которых они могут взять. А чё у нас за пуч? Керриша? Пёрка. Это я сейчас ебать буду. Жопой. Обычно. А ты чё, на пуджа хочешь? Ну тут такие сладенькие герои на самом деле. Прям тоненькие, кроме ДК. Так-то без рофла в пик пуджа их замешательство вводит. Смотри, не знаю, что пикать. Паттерн в голове сломался. Квизи. Тут? Чё, чё-чё. Ты можешь хил на первом взять, статы закупиться и просто Мирану пиздить. А я с первым не перебью? Как? Ну, с первым тебя... Короче, если тебя подобьют хоть чуть-чуть на 100-200 хп, и тебе дадут стан стрелу... А на Эрмит или нет? Дайте инфу, как вы там видите? Ну, наверное, мид. Возможно, ДК мид. А вы, когда-нибудь, вы когда-нибудь видели Федора на Панга? Я видел на Пангалере его, да-да-да, видел. А, ну значит он. Ну если он на ДК, то он вообще на очке, блядь. Не, Пангалер это хорошо тогда, тогда вообще... Наверное... Чё, Урсу или Урса вас пикнут? Интересно. Ну, вообще, по ладно. Тем, Урс хороший герой. Ну, Урса в Энигму такой себе герой, поэтому... Но, Сенчой Урса... Ну, если у нас Урса будет, то тоже файн. ДК будет по КД умирать. А ты думаешь, на ком хочешь? Я думаю. Войд хотел, но я был уверен, что её забанят. Слушай, могу их на антимаге засолить. О, вот это давай, на какого Кири забанят? Вот это мне нравится, нахуй. Уважаем. Урса не могу забанить, к сожалению. Да похер на Урс. Да мы делаем... А Урса антимага не перебивает? Ну, в начале. Ну, вообще по игре, нет? Ну, это стой, от других игроков зависит. А кого против антимага тогда забанить? Я вот думаю, секунду, ребят. А на ком... Смотрю на твои на ком этот червяк играет? Как Саня смотрит на фрукты. Ну, на... Так. Блин, он у Войдеса сам забанил дровка в бане против антимага. Нет таких героев особо больше. Сейчас скажу тебе. Фантомка есть, но у нас Энигма против и Шторм против... Он на Абадоне играет, на Абадона похуй. Еще. А, вот, а можешь его забанить, пусть они уебаются, они могут 5-man пойти. Да-да-да, можешь забанить. У них един саут будет, если мы пикнем антимага, просто 5-manить. Я, наверное, через Вангуард буду играть. БС забанили. Чё, гол антимага? Да-да, бери. Да, поехали. Саня не смотрит на фрукты, он их ест. Такая вкусненькая.
Банали. Enchantress. Че, закупить, наверное, тангусиков побольше, да? А чё не взяли? Фантом. Фантомку? Возьми, короче, стик, танго. Шесть штук возьму. Можешь взять, короче, стик, танго, кольцо на армор себе, вот это вот. И веточек, если деньги останутся. Так, беру стик, танго, кольцо на армор. Так, веточки. У тебя 135 золота еще. Можешь взять одну веточку и одну манго. Давай, манго еще возьмем. Мне это больше нравится. Так, ну сейчас меня точно гангать будут. Мирана, скорее всего, будет. А я стрелы, кстати, я на воротах пиздец как хорошо стою. Ловлю все. Короче, ребят, эта игра будет мега простой. Нам надо просто не фидить и штормом фантомку нагибать. Фантомок слабый герой. Она без шмоток ничего не может. А у нас вот шторм. Шторм, да, соло ее можешь по карте даже убивать. Лайт игра заключается в том, чтобы заблоколить под фантомку, убить ее, и все, их игра кончится. У них ни сейва, ни хрена, пик дерьма. Они могут смокануться, у них очень хорошие герои, чтобы кого-то пиздануть. Я никуда не пойду, я под тир 2 стою, жду крипов. А возьми, поставьте вард в миде какой-нибудь, самый обычный, просто вот у тавера, чтобы хоть что-то увидеть, пиздим, как руны появятся. Я на руны не пойду, можем усилить с тобой вместе сбегать, заблочить тимкэмп. У меня есть центры, и потом я пойду крипов просто блочить. Давай, я просто за тобой иду. Че, хук беру на руну или че? Да, хук в любом случае бери. Давай. Короче, у меня есть два варика, поставить у сюда вар, или вот сюда. Ну ты без смока, не мог быть смоке, сбегай вот сюда просто поставь. Вот здесь вот, чтоб вот эту речку было видно и руну. Сюда не надо? Я почти уверен, что они в смоках сейчас идут. Поэтому главное, ну, далеко не заходить. Тупо тут тыкнул и ушел сразу. Я вот тут на ступеньках постою. Ребят, я возьму вангуард и буду активно играть. Просто... Эх, лучше. А? Герпи дыри. Эх, чушь, лучше ко мне иди, Серёг. Уверен? Если на меня нападут, чтоб ты меня хукнуть. Окей. Бля, надо попасть еще, слушай, давно не играл, блядь. Вроде все ок. Вроде нету никого. Вардик. Опа. А вон они. В смоке они. Их там больше должно быть, ребят, аккуратно. Да, вон они все. Ну, блядь, какие-нибудь читаются нубчики. Можешь крюкнуть руну, кстати. Да, блочь. Крюкнуть? Да, тебе тогда ману не заберет, если ты в руну попадешь. Нет, это я понимаю. Че, можешь крюкнуть лучше их руну? Вот, да, го туда. Ну, тебя могут убить, если ты туда побежишь. Нет, 4 героя, вот, 4 героя. А, они все будут тебе все еще, да? Давай. Блять, не успею. Потом сейчас. Тут. Пиздец, больно, отхожу. Ой-ой-ой-ой-ой, блять. Такая жалость. Хорош. Да не, дядя Фотор расслабился, блять. Не, он наоборот сжался сейчас. А что, у нас одна руна всего, что ли? Да нахуй нам да это нормально, когда ты с Энигмой. А мне не блочит этого моба, да? Не трогай. Где блок крипов у тебя? Что за хуйня? Так, ну тут да убьем. Жёстко запутить. Опа, вижу карту. Ты до этого без карты играл? Я без карты играл, да. Там три манга, смотри, агрессировать планируют. Подожди, можешь вот тут заныкаться, вот тут в кустах, и когда ЦМ-ка подойдет, проводить. Ребята, если Мирана уйдет, дайте просто кол. Я влачу за ур. Угу. Заныкался в кустиках, блядь. Брат, еще раз удачи. Посмотришь донат прошлый про вопрос с головачем? Ты отходил и скипнул. Задержка я ее рубил. Блядь! Спасибо всем. Хорошо. Смотри, да, так было so close. А, забей. Я сразу колечко купил. Да не, нормально. Тяжело под тавером добивать. Ну, я тоже стараюсь. Оп. Че, второй будет, убьем. Бля, вард не принес, нихуя. Два варда не принес. Цемка, наверное, отводит, да? Сейчас у меня второй будет. Че за хуйня?
Я цемку пишу, мне, кстати, на меня. Бегу тебя. Ебать, а чё так больно-то? Так, иди просто. Хорошо. Меня убьют, меня убили. Крюкни перед смертью. Меня убьют. Блять, меня убьют, парни. Крюкни. А, нормально. Смотри, он сферу, он сферу. У них хп мало. Нормально, сейчас приду, выебем. Угу. Забей. Ой. Ну все норм. Конечно. Отдать с выпали попробуй. Сейчас второй апл. Крипа, чтобы не добил. Да, хорош. Ну так, фримана. Я только типну тебя, фрик, блядь. Ой. Чуть заруинил. Окей. Так, тут где-то варта, если что, стоит, сейчас буду ревардить здесь. Я сюда даже выходить не буду, меня тут зарежут все. Вообще, я сейчас сильный. Может быть, разбежим его? Мирана мисс. Ага. Убил ага. Просто. Я темку ищу, но я не хочу сюда выходить, она прям... Угу. Вернулась Мирана. А дай ему не стакнуть. Набеги. Да, нормально. Хорош. Все, у меня левел 3, я идеонов получу, раздвою, и мы можем эту фантомку отъебать. Давай. Сейчас я заблочу здесь, так? Смотри, Decision скорее. Классно. Прыжок потратил. Кстати, блинка нету. У меня нету идеонов. На стэмку выебем? Если хукнешь. Смотри, я его застаню. Сейчас застанет, смотри. Бля, да. Я алкаш ебаный, а чё такой стан маленький, блядь? Ну, бля, вот такой вот герой. Ты сказал бы, что стан маленький, а чё ты не привык? Ну вот, привыкай. Сейчас мне идеончики раздвоятся. Это был позор, сори. Да ладно. Ну не, позор, блядь. Зар, у меня танго есть. Давай. Да уби! Давай. Да уби. Дуру. Да уби. Этого и тоже бью. Кстати, можно его убить, у меня 8 секунд куб. Пробил. У меня скоро было 4, будет в 2 этот малифайс, будет его попроще. Мирана. Вижу, все. Все, я вижу сегодня. Сейчас жестко. Пердушку взял. Сейчас жестко сделал. Бей его, чтобы он не держал. Да. Я взял это. Оп. Че, цемочку тяну? Если сможете, не. Окей. Может быть лучше фантомочку чисто накосить, но не, она упрыгнет. Я буду Мирану, видите, там регена нет. Угу. А, блядь, тут вижен спалили. Может, сапулить попробовать? Бля. Кура. Я ж лепку съел. Значит, надо докупать. Можем сейчас фантомочку, если подойдешь. Давай. Чем у меня сапог, кстати, есть, нормально. Что, молодой, за баунти пошел. Смотри. Блять, пиздец, я еблан. Ладно. Не, ладно, я поспешил, все, больше спешить не буду. Тут подстан можно поставить. Сейчас ару просто ебет. Смотри, next хукаю, обещаю. Базар вокзал. Пока. Как нахуй? У тебя сапог есть, у цемки нет сапога, ты можешь спину забирать пытаться. О, варца, мать. Ай-я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 й. Это прочитано. Это читка, блять. Это опыт игры. Можно бежать на него? Все. Мирана мисс, Мирана под руну пошла. Да, я ушел. Мирана снизу стоит, правильно? Она низ будет контролить. Нормально, пробили. Задрот дохуя или чё, блять? Вонючий. У меня почти арканчики. Нормально. Тебе дать танго, манго? Давай. Руна вверх, пангалер с руной вверх аккуратно. Хоста, инвиз, ДД, чего угодно. Что угодно. Блин, только не хоста. У меня, инвиз. у меня мид ДДХ. Ой. ДДХ активировал. Активировал ДД, может. Не полетит никуда. Пока. Поймал. Хорошо. Попал, блять, дура. Попал. Сейчас арканчики куплю, манки тебе дам, заслужил. Хакон без маны. У меня Мирана в миде и пангалер. Я живу, Ави? Все нормально. Блин, пацаны, какие они душные, сука.
Так, ну что, мы это... Лангалер вкава покатился в сторону низа, ребят, ддхай. Угу. Просто там в боте Мирани ловить смотри, смотри, еще. Попал! Ой, хорошо. Попал! Да уби! Почти. Блядь. Это заебись, он вообще без хп стоит. Заура, ты не попал? Не надо полечь. Я не понял. Транквилизаторы попались. У меня сейчас сайдованы раздвоятся. Тут ТП. Да, Миранов только. Блядь, сейчас раздевардят, сука. Бля, такое чувство, что я могу съебаться отсюда. Полил вард. Смотри, тут трое на топе, отойди лучше, отойди там. Да, я отошел. Или ты не можешь, Заур? И чисто айдованы. Ну слушай, можешь полить просто, я все делать-то нечего, что ты будешь делать. Окей. Ты маны дам. Если ты видишь, что ты где-то можешь помочь, то иди. Ну, можно руну сбегать, сильвер на 8 минуте. Мне это не нужно, мы здесь ничего не делаем. Давай, схожу на руну. Я тут по таверам покачаюсь на мане. Ты либо полишь, получаешь экс, фармишь там, либо ты можешь лес скачать. Ладно, давай, лес скачай. Либо помоги где-то, с вискрипом ты играешь. На руну на 8 минуте можешь к визе подойти. Да. Сейчас я полю. ДК 6. Руну сверху законтролишь, сильвер? Да, законтролю. Я низ пробую. LB. Я забираю забирай, тогда, забирай, да? Забирай, если что. Еще забирай. Нет. Не, есть, нормально. А, блядь, лол. Ты невидимый, брат. Блин, ты сейчас я невидимый, блядь. Я, да, сука, я иду убивать. Я имел в виду вообще пулить, а не сейчас. Можем... Пиздец. У меня бокал сейчас будет. Можем фантомку, на самом деле. Хуёвенькая нам. У Заура все хорошо там? Да, я фрифарм. Ладно. Можем ее побить. У меня тоже все заебись, ребят. Смотри, центрик поставил. Смотри. Смотри, подхожу. Да, убей. Олег, есть что к боте? Сейчас покажу эдавончиками. Не делай вот такие пулы, я имею фантомку, смотри, фантомку. Стакал и пулил. Да, уби, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, уби! Хорош, блядь. Сюда их, блядь. Сюда, нахуй. Пангалер, мисс, аккуратно вверх. Давай отойдем. Я сейчас заварю. На низу не надо помощь, да? Я не прихожу к вам. Ну, помощь не нужна, но можем убивать такая. Сейчас я приду, я нашел. Я пангалера пойду поебу чуть-чуть. Я вардик сюда тыкнул, на всякий случай. Вы сюда сейчас вардик поставите. Однако снова в топ летит. Смотри, у меня сейчас довончики раздвоятся, можем его нахуярить. Два центрика у идиота. Ты можем? Мица, МК и пангалер. Можешь крюкнуть подойти? Могу. Сейчас, погоди, я сейчас его застану. Маунти, оставь, пожалуйста, НЧА. Давай. Сейчас я буду пушку им бить потихонечку. Давай. У меня еще мека 200 голды. Я цемку жду. Угу. Темка идет, смотри. Темка идет. Угу. Давай не будем. Там Мирана. Засолил Федю, хорош, блядь. Лучший. Я Федор, нахуй. Я умер. Пизда, блядь. Что-то я, ну, поверил в себя немного. Что-то я в себя поверил, пиздец. Сори. Еще и тебя, блядь, зафидел. А я, может, убью его. Пангалер с базы куда-то полетит. Шмот скидываю. Кому надо, берите еще. Бля, стой, пиздец, что-то поверил себе. Убей. Темочку. Оп. Хорошо. Блин. Сори. Да ладно, нормально. Их трое. Мидла, куман. Подметай. Забрал. Фантомка все еще тут, если что. Ребят, я сейчас могу сразу наверх на фантомку с базы. Ой-ой-ой, куда нахуй? Еще лечу. 5 секунд у меня. Сучка, блядь. Мохнатая. Панга не вижу. Я с тобой. Тут трое. А панга в топе, Отходим. Я к вам ТП сейчас сделаю, скоро. Отходим. Я умер. Четверо на топе. ТП, парни, будет ТП? Делаю. Подживи что-нибудь, подумай. Есть. Да уби этого, молодого. Вот этого гуся, ебать. Ну не меня же, брат. Сори. Ну я не попал, блядь. Блядь, плохо, я тебе без реза. Возьми шмотку. Давай, брат. Стрейт. На релаксе. Есть шмотка, да, хорошая, возьму. Да. Ничего. Смотри, я бы колечко это забрал. Колечко скинул на ману. Угу. Блять, придется нахуй терять их. Смотри, Олег, бот есть такой? А, Тригенси можем такая бить. Он форму делал, нажал, да. Можем бить. Я могу с бэкхолом боте оказаться через 20 секунд. Ну, когда, если он Тару подойдет, есть только.
Я пока бот лес покачаю, просто их четверо в топе, и если что, выйду с букхонгти. Хорошо. 12-я минута, наверху руну инча попробуешь, я нанизу. Охуенно форму нажал, братишка. На победу чисто. Сучка, блядь, не угадал. Я сейчас смогу спокойно куда-то прилететь. Забирай еще сверху. Да, мое. Мое. С реботи фрикил бы тебя. Можно. Я подойду? Иду, брат. Я иду. Но я пешком. Миран у вас? Да. Миран на мид. Там метеорхаммер, 120 маны. Я можно могу начинать. Прыгай, начинай, наверное. Блять, ну заебал тут вижу, или что нахуй? Ура, блядь. Метаспейс, понял? Есть. Можем тавер побить, можем. Да похуй на это. А там ульт Миранович, да? Го тавер побьем, с ДД. Подойди, подойди. Я чуть сзади манутов. А, я с ДД, да, бью. И давай на меня по танку. Да, бьем тавер, нормально. Они все уебали в миде, ребят. Ага. Нету ничего. Бот открываем. 2 секунды маны дам. Бля, как мы башни ластхитим охуенно. Да похуй. Ой-ой-ой, парни, поймаю, попал. Делаю ТП, брат, давай, жри. Давай. Да уби. А с пиздюли вырубил. Да, еще Миран, еще Миран. Да ей пизда, она умерла уже нахуй. Стоять, блядь. Да уби! Хорош. Еще один. Блядь, а, сука, ты, бля, молодой, нормально нахуй. Молодая, блядь. Молодой, горячий, блядь. Выкинул Аркан Ринг. Ну я убрал его, я с этой хуйней на шторме. Ну, если кому-то надо. Да, может, урну надо было собрать вообще? Go под мид, guys. Могу его забуколить, да как с стройки выйти? Я на миде, ребят. Давай, смотри, он next wave идет, я подойду. Я, может быть, попробую его засанить. Я тут заныкаю жестко сейчас. А он идет, он глупый. Я еще могу и даванами побочить его. Да просто... Так, смотри, вы... центральная линия есть, атака. О, смотри, я выхожу на него. Из базы я ботл дал, дай мне ботл. И нажми Аркан Рина, брат. Даже без бэкхова, походу. Лучший, просто, блин. Хуя ты задрот, блядь. Да ладно, нажму похуй. Просто машина. Я цемку выйду, вы не против? Панка можем собрать, нет? Ну, похуй. Да ладно, пойдет. Не заблочь? Я в топ полетел. Эдолонами не заблочь. Дай-ка малыша похвалю. Галера не забрать, наверное? Так, это мое. Миранчик. Вытянешь, ёбнем. Не вытяну. Ну, варты не знали, я спалил его. Опа, смотри, тут что есть красивое такое. Забирай. Фантомка, БФ без Вайстона. Мей смог, ребят, будем делать что-то? На миде ДК. Заберу. Не вот знаю, смог, тумэн. Силер, делаем вещь. О, они собрались мид кушать с ДК ультой. Короче, Гоков сейчас, смотри, сейчас делаем. Да, они мид кушат. Смотри, себе. Я что прилечу, можем подраться, ребят. Ах ты, сука, блядь. Сорвался. Я сейчас грифсами в мид побегу, ребят. Мне летят грифсы только. Да уби. Бля, он попал еще настоящий. Бля, я все, наверное. Да, я тоже все, пока. Бывает. Ничего, у нас куман фармит, все хорошо. Размяли молодых. А что-то не важно, зачем мы вообще дрались сейчас, что-то я не понял. А я ворвался, я хотел ДК стянуть, блядь, и в итоге попал. Такой ниг, это вышло вообще лютое. Да, мне не надо было лететь. Бывает. Бля, минус 30. Ничего, это хуйня. Да. Надо было просто отдать, наверное, все. Да, надо было отдавать и забить хуй. Вот этот герой для тебя есть, что был коллег, ты можешь его, когда видишь, что они там стакнулись четвером, и видишь, что он на лайне или где-то, можешь просто идти на него убивать, это булка герой. Убей. Заор, тебе куда варды поставят, где фармить будешь? На виду пачка. Ну я буду в тройке играть нашей. Тройки? Они в тройке, скорее, заваржены, если что. Либо вот здесь в их тройке могу играть, я слэш наш лес. Они могут на топе сейчас быть, вот тут где-то. Угу. Только минутка. Да, здесь был герой. Я думаю, что тут вижен, кстати, надо вардить, это говно все. Ну, почекайте тройку, давай на вижен. Я несу варды. ДК в боте. Мирана мид. ДД Мирана забрала. Че я топ-пушку хочу снести на самом деле. Нет, тут вардов нет, только если вот тут вард. Вот с некстой даванами снесу пушку. Фантом сломаем, ребят. Привычка, вард у нас. Фантомка в блюре вот тут. Фантомка в блюре, они брошана куда-то идут в ту сторону. Передаст ты север. Раз, два, три, let's go. Детекшн был.
Тасты покупаем. Наши. Блять, меня поймали. Нормально. Вижен, походу, тут стоит. Они на этот идут, на Рошана. Да не, какой. Не, а Заур, 7 секунд ТП на низ. 7 секунд ТП на низ, ДК ебем. Давай. Сейчас, я пока не портуюсь, если он останется. Я он фарм нажал по-любому, глупец. Либо они под него бегут. Бля, никого не видно, конечно. На миду пачка, на миду пачка. Смотри, я прыгаю. Давай. Я тоже бот лечу. Я тоже, тоже, бля, тоже. Здесь... Стрела, стрела! Блять, надо было мне ловить. Бля, гандоны все-таки снизу оказались, хуйня. Ой-ой-ой-ой-ой. А я что-то воняй, сюда? Воняй, нахуй, жри, долби, бля. Долби, бля! Воняй, воняй, сильвер, бля. Ай, там меня как-то... Бля, хуёво получилось. Очень бля. Бля. Забайтили. Да. Хуйня. Блять, они в миде были. Я думал, они где-то вот тут будут гулять. А они все на низ пошли. К... Вам надо, ребят, вот эту хуйню убивать. В целом. Я еще в топе буду. Да, она уже одна не ходит. Я пытался сейчас, она пошла просто с топа ушла и к пацанам, и они вместе ходят. Так, диффуза на панго. Ладно, надо просто зачилиться чуть-чуть. Да мы можем не умирать, в принципе, ждать, пока кум пофармит. Да? Ну там Пашка фармит уже, там один блэкхол, поэтому... У него почти дезоль уже. Пока бы вроде делает. Да? Без дезоля, да. ДК, скорее всего, блинк уже должен быть. Бля, я так падал тут дезарнить, я сейчас сдохну опять. Они все под панго, они, короче, команда 5 ебаная. Мира на ульт нажали. Но мы не деремся, ребят. Не деремся, не деремся. Они идут тупо в лес, вот сюда. Там вижен, похоже. Это что за... Это Мирана, ебать у нее там. Только сейчас увидел это. Что у нее? Мека арканы грызи. Просто на линии нихуя не сделал, ушел. Да он лес фармил. Ребят, у нас вот лайны пустуют. Гример, в топе фармлю я вам, надо лайны пушить. Ты можешь на Энигме бот встать и пушить ботлайн. Мы всех героев видим, не надо идти туда, где они стоят. Дакау, блин. Вот, смотрите, я сейчас бот тэпнусь. Да, тэпайся бот, я лес. Ты когда вот так ее видишь и других героев видишь, просто лети на штурм. У меня минута был пол. Аквилу скинул. Там шмотки берите лесные. Надо бы мид сломать. Да мы ничего не ломаем нашими героями, ребят. Уже. Ты можешь просто крипов нейтральных подбивать им мид. На Галера Мирана мид? Просто крипов вставать. Если Хукану панга не убьем, наверное, да? Да не, а, там они все, играют. Они все под панга играют. Дака был, да, в топе. Дака тоже идет. Дака форма, Дака форма. Фантомочку видим. Да, здесь ваш. ДД на топе, на топе, ДД. Они вот все идут, все здесь. Я им дальше бот. Да, они пятером здесь. Давайте это 2 дадим, мы слабее просто. Это 2 они не пойдут. Они Рошана захотят. БКБшку, да. Фантом купила. БКБ, F. Мы не сможем, наверное, подраться или сможем. Не, ваш пить мы не сможем. Я могу выхукнуть, но это, наверное, ошибка. Да не, не надо, не надо. Фантомка в бот нажмет телепорт, наверное, только не убьют Рошана. У них, видим, вард стоит. Хотели меня выйти. Либо шли его вставить. А готовьте смок один, ребят. Фантомка сейчас уже должна будет телепорт вниз нажать. Есть. Ну, а с Аегой. Мы хотим разве? Не на фантомку, вот на этих вот мы можем напасть. А есть баунти, даггер есть? А, пока что, он не нажал, Ну, скоро должен нажать, там очень много фарма. Панга внизу. Вот фантомка. Бля, хорошо. Меня, может, давить будут. Да. Катится. Вы вылетай ну, просто. Ну, ушел. Я ушел, я вышел просто. 5 героев, 5 героев тут. Я умер.
Угу. Почти АГ блинк дофамил. Угу. Все хорошо, у нас все заебись, мне кажется. Нет, все отлично, реально. Все под контролем. Да-да, расслабьтесь, ребят. Фри-игра. У них медик больше игра, пачки нет. Фри-игра, фармит, блядь, там лейт-героев нету. Есть, есть герои там. Не, нету, нету, нету. Они тир-3 хотят? Не, тир-3 я им не дам запушить, чё. Это, блядь, запрещено. А единственная проблема будет, это башер панга против Энигмы. Надо будет его факать. Вниз зайдет панга из руна. Два варда, два варда. Может центрик и чпокнем его, он один тут будет. Давай пробуем. Все есть центрик. У меня только дасты. О, на миде. Ну они, блядь, три ебала на миде. Сколько пусть забирают? Угу. Ну что, мы не дефаем? Ну тир 3 только, я так понял, мы играем. Бля, ну лиф надо нажимать. У меня блинк есть. Я смонтаю, ребят, еще. Можно фотонку крюкнуть? Не, под, нек, под станчик можно. ДК может инициировать сейчас. Да-да-да. Тебе надо летать, пробивать их. На ТП один раз пролети. Если что, я на ТП. Можем подраться, я с монтой. А Егис 2 минуты еще. Бояться, форма, бояться. Форма кончается. Форма кончилась. Ты им тир 3 ломай, все нормально будет. Не, не сломаю. Не, видит, блядь, видит. Надо как-то, ребят, там смог нажать, что ли, с хука, либо со что. Давай, давай, я как-то мешаю. Там дока без формы, нам надо с ним подраться будет сейчас. Бля, ну пиздец, не кухнуть его. Я в топе аркан руна, я мог подойти. Ладно, я возьму аркан руну и еще тэпнусь. Могу Егер подойти. 40. Ну бля, я не могу тут летать, да, и да, меня да. Готовы ловить. Ладно, даем. Похуй на этот Т3. С разворота не могут, кстати? Вот здесь, вот чел. А, видели уже. Забей, я умер. Умер, да? Да. Да. Бля, М18 и так-то нормально. А, М хорошо все. Нам надо как-то, блядь, подраться, пиздатенько. Ну, блэкхол нужен, блэкхол нужен. На пятерых. Минута еще Егис у него. Думаю, там внизу нет. Ванпост спиздили. Но они сейчас под ульт Мираны будут играть, что-то делать. Мне кажется, они сейчас зачилятся до Next Рошана. Будут да, просто кормить. Да, пауза. Бля, у меня, конечно, игра закончилась минут 10 назад, как будто. Я вот, как мы сдохли пару раз, все, я уже ничего. Они начали ходить онли в пятером, даже с фантомкой. И все. Ну да. Ча, просто ребят. Ошибок не повторяют. Краш новая игра опять. Угу, давай ждем. Ой. Надо БКБ мы дождаться. Можно драться. Я бисон. Еще 5000 голды нужно. Там фантомка дизоль почти, а Его 30 секунд. ДК в БКБ идет, оверклап у него. О, Гракс. Да и шмоток у меня мало. Фармить негде. Я на самом деле не знаю, как тут драться вообще. Мне нужен Ябис или БКБ, чтобы я что-то сделал. Я просто влечу, панга закрутится, я сдохну. Мы имеем шанс выиграть только если они как-то ошибутся, такое чувство уже.
Он залопа на фантомке уже много итем умеет. Ни разу не умерла в игре. Не, ну у нас Энигма есть. У нас всегда есть, мне кажется, какой-то вариант. Там ДК меня сбивает бэкхол, но если у меня будет БКБ, а у панги не будет башера, то я вообще буду просто бэкхолить фантом. Я не знаю, в кого мне влетать. Мне кажется, мне надо в панга влетать, и нам его надо вырубать быстро. Потому что если он начнет кататься этой хуйней заниматься, то будет очень печально. Могу вытянуть. Ну их там пятеро, ты готовься, вытянешь, тебе ебало разобьют. Сейчас тебе в турку запрос. Сейчас фантомка в миде, ребят, вот здесь на пачке. У него ЕГО заканчивается, кстати. Грейвсы на Миране. Уже закончилось. Опасно. Очень. Смотри, Т3 сейчас могут пойти. Я не знаю, что они еще не дефают снизу, блядь. Я хочу под Заура кого-то уебать одного. Может там ТП-ха, блядь, пофармить нахуй. Не, это сверхразум, они впятером двигаются. Научились типа в доту играть, видимо. Он упали. А ты решил вражеский, он пост под шумок, блядь, убивать. Так-то у него получилось, еще курьера может убить, блядь. Бля, серьезно, никто на низ не придет, то есть они вообще ёбнутые. Они в пятером здесь. Я просто типа бегаю, я вообще одного героя уже 10 минут на карте не вижу. Да, вместе играют, сейф дота. Инсайдеры ебаные. Башер. Смотри, идет залупка. Да, там он. Вижу, стрела пошла, тебя видно, да? Вот тут можно пангалировать. Ну их пять там, Да, давайте не драться. Ну 4. Я потихоньку БКБ фармлю. И пангольер идет. Аккуратнее. Да, все нормально. Хакон, конечно, люто меня затроллил, конечно. Кто? Можно аванпост бронить, давайте аванпост заберем, или это опасно. Они идут сюда. Ультамираны. Она заканчивается, по идее, он уже нажал сейчас. Закончилось. Ну, надо рисковать, мне надо боковой фармить. Я тебя подхукаю, если что. Глиммер на ЦМ-ке. 5 мне этой. Давно. Хуйней заниматься. О, физик бэн. Надо кому нет. Смоточки кидаю. Физик бэн нужен этот? Ну, да, я возьму. Давай, лучше ты возьми. Я возьму Бладрик. Бля, опасный тип, пиздец. Ну они Рошана ждут, типа, и с Рошаном уже куда-то идут. Вообще, наверное, Некстрош подрался бы. Мне кажется, если возьмут Аигис, они то же самое сделают. У нас ничего нет, чтобы как-то... Я еще до БКБ у меня, если Краш Фафай, то доберу. Мне кажется, мы не можем ждать, там все равно башу. Бля, они реально ходят вместе. Они просто ДК и Панга хуярят, блядь, линию. Боятся тебя. Да я не знаю, кого они боятся. Я, блядь, по-моему, не опасный в этой игре. Я опасный. Блин, ты понятное дело, блядь, я это почувствовал. Вон, 5 героев, блядь, просто. ДК, БКБ. Рошан начал появляться. Да-да, что, Башер, фантомка. Появился ведь? Нет, не появился. Есть, 18 левел, да, Башер. Все, 5 героев вот тут, вот, блядь. Че, идите топ? А, не толкайте. Мирана, смотри здесь, Мирана, смотри. Да, да, да. Не, брат, и там их 5, ты, она не одна, я тебе точно говорю. Ну он просто заваргал что-то здесь. Они вроде на Роше прям, стоп. Там Аганим у этого. Ну Рошан, вот. Рабочка. В течение 2 минут с половиной. А заберите вам пост? Да, забираю. Да. Это настоящая такая? Да. А в топе это иллюзия, да. ДК вот колдует. Нападем, не? Не-не-не. Блять. Не, все, отбой.
Это лиза на панга, оказывается. Я руну чекну. Здесь вард можешь чекнуть поставить? Аганим на пангалере. Интересно, голды, ребят, и будет красиво. Давай, брат. Блять, давай, точно. Давай, оп. Подожди. Нихуевенько. Блять, куман, брат, живи, я нахуй стену. Уходи, я их задержу. Я отошел. У меня ДД. У меня ДД, ребят. Окей. Мне пизда. Там это майнбрейкер на фантомке. Угу. Если что. Хуёво. Ну да, да, блять, они в пятером ходят, это вообще пиздец какой-то нахуй. Бля, панагер банк. Есть БКБ, ребят. Так, с ребят, у меня еще тоже БКБ банк будет. Давайте я на Роше попробуем подраться. Сейчас я пачку одну убью. Не, я просто так хочу заблокхолить. Пачку добирай, мне кажется, смело, блять, им похуй вообще на это. Ты можешь им тир-3 ломать, они, блять, не пойдут. Не, надо драться с ними под Рошу, если мы убьем. Потомку их вижу. Я лечу на базу. Он страфанулся в сторону Рошена, как будто он появился. Есть смок, да, у нас? Нам надо пойти туда. Да, есть. Шторм откушает Некс. Хай, ладно. Да, это Рошан, это Рошан. Побежали, можешь нажать магазин без меня. Бегите. Я уже нажали. Жмите, я прилечу. Они уже бьют? Да, они быстро будут убивать его. Так, а без БКБ. Я могу сейчас прыгну на этих, суету наведу. Покажи фантомку. Я хукаю, блядь. Блядь. Фантомку. Нет! Нормально, все нормально, долби. Нормально, отвлек. Да ничего нормального нету, блядь. Так, ладненько. Братан, из блэк-холла выкукивать врага не надо. Запомни, на будущее просто. Потому что я летел в блэк-холл, сейчас бы мы бы фантомку там и уработали. Но ты чуть подсейвил. Но ты на релаксе, все нормально, все бывает, брат. Это игра, я на самом деле не думал, что там блэк-холл будет туда. Сейчас меня въебут, правда, но ничего, я как бы заслужил. Ой, хуй знает, как дефать будем, ребята. Ну чё, как-нибудь подефаем, без двух сторон можно играть. А ты блэкхол полный докрутил, да? То есть весь тайм. Ну я две покрутил и уже ну, некого крутил, да? Ну я мог крутить, но там ну, уже понятно, некого. То есть некому сбить, ну да, обидно. Короче, меня, пиздец. Не-не-не, всё нормально, блядь, успокойся. Хорошо. Команда 5, на, очков, на самом деле как-то вообще игра не пошла. Можем, да, попробовать last раз. И на этой ноте next пойдем еще. Давайте. Смотрите. Похуй на эту игру, сейчас быстро выиграем их next. Фантомка в пуджа прыгнет, но у нее БКБ уже нет. Не на развороте. Оп, я в башике. Пить. Застань ее фантомку, застань ее, если он прыгнет. А сейчас меня герой на месте ульт дал, ебать. Хотя я улетал, охуеть. Дал ДСТ? Хорош. Нету кнопок пока. Угу. Сапиков можем ждать. Короче, они сейчас просто будут играть, если отдают шторма, они будут с 10 минуты в 5 ёбл ходить. Я понял, что они шторма отдают. Они просто будут в пятером нахуй двигаться. Хожу. 2 секунды. Ладно, ребят, похуй, погнали на экс. Да, нормально, бывает, да, все хорошо, защитесь. Бывает дерьмо. Как бы начало у нас прям вообще было пиздатое. Сейчас сказать, давайте вот эти без этих энчантрисов, которых мы не играем особо. У нас саппорт и энчантрис пуч. Я просто в начале игры не хотел этого говорить, чтобы никто не расстроился. Такими сапами выиграть доту есть что невозможно. Я понадеялся чисто на антимаги, может быть, засолим как-то. Но не получилось, слишком большие. И я опять же говорил, думаю о том, что я говорю частенько. Вот, например, я фантомку вижу часто на карте, вот в четвером бегают люди. Фантомка 900 хп, БФ, ПТ. Это фрикил, соло-киллы в доте. Они вообще, по сути, не должны быть в нормальной игре. Если герой соло умирает, тем более керри, он руинит игру автоматически. Ты его как минимум 3 раза в этой карте мог убить, когда у тебя были фулл ресы и ТП. Просто видишь его в карте, на карте, где у тебя тавер стоит, просто тэпаешься, летишь, убиваешь, герой 100 из 100 умирает, 900 хп, ты шторм.
Тем более у тебя Witchblade. Понятно, я эти моменты проебал. Я, блядь, занят был, я на миде, блядь, по галерах хуярил. Там постоянно все типы. Когда у меня фулл резы, это после лайнинга. Ну, я к тому, что просто... Да понятно, что должен был ее палить и убивать. Я понимаю, блядь. И если за такую игру фантомки ее не наказывать, она просто фармит АФК и выигрывает игру в конечном итоге. Это слишком... Парни, зачистите, просто... я проебал игру. Понятно, да, не-не-не. Да нет, да нет, понятно, я ее ни разу не убил. Я должен был фантомку хотя бы раза два ебнуть. Ну, ничего страшного, сейчас нормально распикаем, как мы хотим, и выиграем. Просто нельзя, чтобы у нас были сапы и нчапуч. Играть невозможно. Да не, начало было нормальное, а потом уже все. Да, убили два раза, и, блядь, пуч как вайпер не играет, абсолютно как герой. Это была руина, ребят, сори. Ну и динозаврик отъебал. По-жесткому. Да не, не отъебал. Мы скорее хуйню взяли. Он визжал, как сучка, и к ним Мирана прибежала. Третий. Да, наверное. Да там у них вообще по лайнам, типа, разъеб был. Они начали в 2-3 балла на миде жить, блядь. Потом вообще с 15-й минуты в пятером собрались, и все. Вот с момента, как у фантомки был БФ и даже БКБ еще не было, они просто начали в пятером ходить. А, все равно нормальная катка получилась. Ну я вообще не застроился. Мы без дров сейчас берем веник и выигрываем. Ну типа веник лучше пуджа. Или че? А чем лучше? Течку берем, и все. Ну течку, если не забанят. Я да, играю Квизи. Пишут, да сука, не надо его успокаивать, лучше загнобить. Эй, ты орел. Чтоб боялся лишний мув сделать. Чё ты говоришь? Ты орел, а убийца решка. Ну заебись, блядь, я даже знаю, что выпадет. Решка. Очевидно. Блядь, можно было даже не говорить, блядь. Так, они не первый пик берут. Сторона, какую сторону? Напишите, пацаны, блядь. Я не ебу, мне все равно. Кем хотите, туда и ставьте. Блять. С третьей стороны ответили, да? Да я не знаю, напишите кто-нибудь, какая. Где мы хотим играть? Уман. Мы бойцы тьмы. Бойцы тьмы, хорошо. Бойцы тьмы. Все, ребят, full focus. На Джакире будешь выступать в квизе. Не, ну есть интересные герои. Смотри, как это делает. Dota 2 Pro Tracker. Герокоптер. 60% винрейн за дайр. Ты как думаешь, ТНС? Ну, я играл на нем. На 4-5. Решат? Надеюсь.
Да, да, конечно. Если Кубок готов с гирокоптером стоять. Еще есть. Ну как сказать. Ну. А, Дазова еще есть, точно. Ну это вообще прям, если вот брать Дазу, это победа 100%. А вы еще раз? Дазл. Ну я там всегда на него выиграю. Дазл душная хуйня так. Доброй ночи. Спасибо. Так, парни, нормально залили для шоу, блядь. Платформе Twitch, дабы удержать молодых людей от общения с девушками в реальной жизни. Ваша доля. Спасибо большое за долю. Ты тоже у тебя рандомайзер на героев, блядь, стоит? Да? Не, ДБ4 это сильно очень, если что. Ну, у тебя, да? То есть ты уверен? Я уверен. Ты хорошо, ты меня не выкукаешь с файта, блядь, правильно? В ДБ я уверен. Хорошо. Больше, чем в Пудже, блядь. Не, на Пудже на самом деле тоже нормально все было, но... Не, все было хорошо, все было хорошо, просто на топе, короче, вот этот момент, где ты меня выкукал, очень меня заметил. Да, да, да. Я да. На сноуболе хуярил, я бы там уебал Пангалера еще раз, и было прямо сладненько. А так я портнулся, проебал всю ману, и потом пошел на жопу присел. Да, и потом драка на низу, когда я пизды получил, все, после этого я как бы перестал играть. Так, это мне герой, ребят. Да, блядь, фантомку ебаную надо было пиздить. Это Фура 3? Знаю, проебал эти моменты. Да, да, да. Все, окей. Сейчас я им бай май шаги ба покажу. Так, а чё под фуру тогда лучше? Можно можем ту же течку. Заколи нормальный пик. Ну, какая нахуй энигма с пуджом? Сам горишь, когда въебываете, я сам позволяешь пикать такую хуйню. Братан, ты должен понимать, что единственный, кто может играть на разных героях в команде, это я. У ребят очень маленький хиропул. Селлернейм, он вообще в доту не играет. Квизи, он вообще в доту не играет. Пантомем, это позиция 4 игрок. У Стрея в миду герой, где он на стриме по кайфу играет. То есть их мало. И у каждого ограниченный пул. Я сейчас сяду на пик, если буду голову ломать. Кто кому что. Если я мог бы пикать любых героев, кому попало... Я бы сидел на пике и пикал бы сам. Но я отказался пикать, потому что у нас такая команда, чисто как будто бы, знаете, паблик двоить в пятером в стаке, чисто в компьютерном клубе с каликом. И типа каждый берет, что хочет. Тяжело пикать. Поэтому я за это не парюсь. Я просто играю, и все. Просто. Белка, Декаджа, Кира. Я так просто намекнул, что лучше таких сапов не брать. Уже поздно. А у че вы там в чате мусорку устроили? Заур, состав пик сам. Че, вообще... выиграть? Удачи. Наверное, надо с пятерку и мид брать. Угу. Спасибо, спасибо. Но я в целом уже ответил про это. Следующий, брат. Спасибо за... Красавчик Зао. Один силвер все портит стрей, на удивление максимально приятный героя. Мужик. Удачи вам. На 5. Базл. Ну, там у нас станов не будет. Буду карта. Так, а ласт пик у нас сейчас, правильно? Не-не-не. Опять у них. Ну, они выиграли монеточку. Так, вы выбирали сторону, они первый пик выбрали, значит. Значит, ласт у нас. Или я не прав в чем-то? Не-не, они выбрали Last пик, и потом мы выбирали сторону. А-а-а. Заур. А. Какую пятерку хочешь на линию? Нам только пикнуть то, на чем ты будешь играть, я не знаю. Я не знаю, на чем. Ну смотри, Дазл норм? Дазл вообще не герой. Понял. А мы через Виспа все-таки отказываемся играть. Да-да-да. А значит, на чем ты умеешь играть вообще? Прям хорошо, ну, на ком ты играешь. Твои герои, вот твой пул. Ну, у меня много пул героев. Типа я могу на всех сыграть, на ком нужно. А что там, что ты верный? Можем попробовать с гирокоптером сыграть, ты же говорил про него. Да. Ну давайте с гиро поиграем, что я не знаю, что еще пикать.
А мы сейчас его уберем. И так, я, сейчас и... мид, да? Ну, желательно, да. На сапре, ёбари, сейчас просто шардами на 15-й. Бля, ну что мы хотим на мид? Типа, что вообще вы? Как вы хотите, скажите? Ну, что-нибудь, что может либо вверх прийти помочь, либо я могу к тебе на фурионе прилететь в какой-то момент, чтобы мы в миде могли убить с тобой. Но, опять, короче, нам просто нужен герой, который за гирокоптером течется, можешь пойти, куда будет фурион прилетать, вот и все. А ты на тине не хочешь поиграть? Я не играю на тине. А на ком играешь? Кто? Перечисли мне героев, которых ты хотел бы на мид. Я тебе скажу. ОД. Темпларочка, снайпер. Команда этого не смотрел. Не надо что-то типа шторма активнее. Давайте попробуем снова штормом. Времени нет особо, ребят, думать. Давай. Просто есть... у меня, типа, есть там дед, Зевс, всякая такая хуйня, типа, но это не то, что нам нужно. Не, шторм сильный. Если хочешь, если впадло, я могу просто на шторме мид пойти сам. Хочешь? Да, давай я поиграю на шторме. И пиздец, блядь, шторма, и я не буду на нем играть. Окей. Три раза в жизни, нахуй. Кое-то дается. Так, керри каких-то надо убрать, да? Кинем мид, скорее всего, да? Да. Я бы Войда забанил. Нам нужен Урса по-хорошему. Я не вижу другого героя. Я бы забанил Войда и... На чем чудик играет еще? Так, Че он играет? Бадон, антимаг, Урса, вроде в бане все это. Снайпер, БС, фантомка. А мы сами БС не можем взять? Да не, только не нам, это. Нам не нужен, нам Урси нужен. Понял. Блядь, чё... По смарфам справимся, по идее. Блядь, тут надо, короче, мне фаст БФ, БКБ делать. Я не буду здесь, наверное, Саши собрать. Абадон в бане. Ну, вообще у тебя фрилиния будет, по сути. Я кроме, не знаю, кроме дровки, наверное, даже никого героя не боюсь всего. Дровка... Ну, если дровка мешает, голодовку берем. Да-да, мне нужен герой с пикой. Я быстро отойду, таблетку выпью. Я тоже сейчас приду. 10 секунд. Ну, морфа максимум пикнет, но у нас на морфа есть герои. Ну, тэчис, как минимум. Вам главное на лайне, отъебать его, и все. Бля, у меня после предыдущей катки даже волосы полезли из головы. Сука. Настолько она хуёвая была. Гоурс. Отошел, да, он? Да, я тут, Урсу, да? Да, да. Я, мне кажется, там сейчас... А, Эмма забанили. Тинкера будет брать, что ли? Прикиньте, это Тинни Кэрри. А Тинни Кэрри сейчас играет? Не-не-не, слабо играет. Тролли, ебать. Хи-хи, троллируйся. Это нормально? У нас, Наталья, много контроля. Вообще похуй на этого героя. Там у Сенсибилити вышел пост с разоблачением Распидмана. Братан, мне эта свинья не интересно, чего они там вышло. Привет, Заур, по моему мнению, ты меньше стал колить. Смотрел твой первый день капа, ты был более активнее, игра шла лучше. Ты должен понимать, это очень сильно зависит от того, могу я в игре колить что-то, нет. Чтобы я, играя на керри, мог колить, мне нужно, чтобы игра какая-то была, понимаешь? Вот сейчас я играю на антимаге, у меня команда, у которых... Нетворс общий, 10 тысяч общий, понимаешь, на четырех. Ну ладно, три героя, нетворс, блядь, ну, 10 тысяч, чуть больше. Враги просто пятером бегают, я на антимаге, что я могу колить? В адекватных играх, где у меня есть, типа, команда, герои, которые могут играть, я буду колить. Но в таких играх нечего колить, абсолютно нечего. Я все, что могу на антимаге пофармить... какие-то шмотки и как-то попробовать засолить, не более того. Они, кстати, на ФБ, наверное, могут пойти.
Да, могут. У них сейчас опять неплохие герои. У нас, конечно, сейчас посильнее чары. Можно где-то вардики поставить и посмотреть. Гирокарта. Ну что, там у нас гирокоптер, это что, вейлы, шляпка, вот это залупа, да? Что там у меня собирают? Ну, шард, и все, игра выиграна. Ебать как просто. Хорошо. Пеньками, один вард возьмите, один вард кто-то. Пеньками скушай этих курьеров. Слышь, а ты как Травыч, можешь вот так вот сделать курьеров? Я могу попробовать, но я так не делал ни разу. Такой может только Травыч. Легенда. Так, пани, могут сюда смокак бежать. Через топорики стан драгонайта. Все, ребятки, полетели играть. Палю ХГ. Они в спину, кстати, зайти могут вот здесь, осторожно. Да, можно ныкаться, я тут вадик поставил. А, так сильвер на миньоре, это фри. Ой, парни, тут. Беги, блядь! Да иди нахуй, блядь! Уебище, блядь, вонючее. Блять, опять эта мерзость нам руинит, блять, боже нахуй. С вардом, кстати. Ой, блядь. Да ладно, это все шабы бывает. Ну неприятно то, что это дядя Федору. Дядя Федору, блять, фора, ладно, а то он нервничает. Дайте мне, блядь, немножечко. Похуй. Уверенности в себе. Ставьте. Давайте сильвера типнем нахуй, блядь, мразь эту. Слышь, долбоёб. Все, фулл фокус собрался. Ноль негатива, только позитив, улыбка и победа. Не, ребята, блин. Романыч не получился. Ноль рун. Нормально, блядь. Ничего, блядь, ты не заслужил денег в этой игре, блядь. А уж. Я блочу, да, Харт? Да. Пиздим их просто вместе, у меня будет стончик. Иду туда убить. Блядь, Джакир разревелил, сука, блядь. Ушастый. Я на него пня отправлю. Давай. Я его затыкаю здесь сейчас. Бля, у него армора много так-то. Но меня разъебают. Ты еще б не отправил. Уебан, блять. Успокойся, все хорошо. Ты не нервничай. Не, брат. Так ты не задунаешь, что ты хуя. Пики есть. Отпугнул. Отправил тебе пенечку. Давай. Я могу подлететь еще на него, если он прям в кровь с тобой запиздится. Давай. Курьер! Хорош! Все, я пугну его, спугну. Давай. Я делаю дабл пачку, стой. Фарми. Я куру, смотри, тебе куру. Да, блять, мою куру убили, пизда, блять. Не то куриц. Куман тащи родной. Ёп более за вас мать, больше, я... чем на инте. Руну законтестили. Спасибо. Ой, да, отправляю. Так, у меня руну снизу контролят. Они на меня работают конкретно. Конкретная работа идет. Работают на мид, ебать. Третий лэл, ебать, мы вообще урона не наношу, это, блядь, нормально. Блядь, Джакира ебаный, конечно. Ну, Джакира тут не перекликать вообще никак. Я тоже умею динамить, брат. Я вот так умею. Сейчас задушим, сейчас нормально. Сейчас приду. Меня могут убить, пиздец, сейчас убьют. Живи. Урон ты ебанутый. Отбочил тролля. Не, тяжело с Джакира стоять просто, пиздец, как тяжело. Трем? Я не могу даже обычить на него никак. Просто, блядь, душит.
Сга убьем этого боёба этого. Бегу, бегу, бегу. Ну еще ВЛТ будет, три пня. Я поставлю, поставлю. Ну блин, братан, у меня уже есть, съешь так что сам. Бля, fucking shit. Ты спрашивай лучше. Да, ну я тебе как... Быть. Джакира отошел, Джакира отошел. Эй. Сейчас типа, блядь. Джакира ушел на мид, возможно. Да, он пошел снизу руну контролить, блядь. Вашего... А, и сверху белка контролит. Ебать там игроки. Надо лайкнуть, хорошо шпилите, блядь. Надо его напрягать за то, что он съебывает. Заур, я пулю, если что. Давай, давай. Я стараюсь, просто, ну, я минги... Пытайся минкой попасть в него, пытайся. Да он и вейдит хорошо, блядь. Видишь, типа... Похуй, anyway. Вот за то, что он убегает, то, типа, хотя бы пытаться надо. Они меня могут сейчас забрать спокойно с Джакиром. Да не, они через меня не убьют все. Он отводит. Вот сделал, вот сделал. Да, тут, кстати, тут вар стоит где-то. Сейчас раздеваржим. Смотри, бэм, блядь. Опа. И сюда, дура, блядь. Палилась. Ты его, может, закроешь, мы не убьем. А, у тебя нет закрывашки. Есть закрыть. Блядь. Ты? Ах ты, блядь. Давай. Не, я не полечу за ним. Не надо. И не надо. Нормально выжил. Я до базы. Давай. У меня сапоги едет. У меня тоже есть. Что будем делать? Пол ебало оторвало. На базу пойдем. Стрелять, у тебя как там все ок? Да пойдет, типа, ну я против тени стою. Поэтому, а, там Эхо Сейбер будет, он там сразу гоним делает. Да-да-да, там сабля, просто там на него вся команда хуярит, они меня все руны, блять, контролили нахуй. Я ни одной Джакира воды не взял. Можем Джакира побить. Блять, нахуй такое. Федя, блять, знакомься, друг. Да уби, да уби, да уби, дуру. Давай, давай, давай. Я выживу, я выживу, я выживу, я выживу. Я его бочу. Ах ты дура, блядь. Прикинь! А это 100% или чё? Чё это за ролл, блядь, плётки был? Это и вообще не 100%. Ебать лакер ёбаный, блядь. Алкоголик, блядь. Блядь, у меня белка стоит на хосте, блядь. Он фазы купил, из-за этого убил. Бля, пацаны, вы должны лайны убивать боковые. У меня, блядь, белый... Живу. Ты можешь вот эту хуйню вкачать, короче, на четвертом уровне. Тини с хостой, ребят, тини с хостой, пиздец, блядь. Три героя там. Это тролля, ебать, возвращайся ко мне, у него ресурс. Иду-иду я просто вар поставить. Блядь, у меня, короче, все руны, которые были, все контролят типы, все вообще. Блядь. Угу, пробили. Он хочет кольцо купить, сбегать в лавку. Может, может, надо наказать, надо наказать, надо наказать, надо наказать. Да. Нормально, да уби. Да уби, дуру. Стрей, смотри, стрей. Кто, идут уже ко мне, иду, 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 иду. А, да, стой, я отошел. А тролль с ультом же, не пойду. Ну, он ульта жмет, я откисну там, брат. Крипов на... отпил, крипов на отпил. Ману лететь мне, падло. Ты мне опыт на шестое ставишь? Харик, спасибо большое. Вообще он соло на ДК. О, меня гангают. Оп, ебать, я все. Короче, ребята, я не знаю, у меня на миде вся команда живет. Они все руны контролят, все приходят. То есть стойте линии как-то ебашки, я не знаю. И как в паблике стою. Один в три, блядь. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Это хорошо было, приятно прям. Брахарик, спасибо, потом отвечу, блядь, осуждаю на тебя. Ты осуждаешь стрей, блядь, честно? Я максимально не одобряю эту хуйню. Не одобряю. Бля, у меня все, контролер на руну. Контролер на руну, блядь. Убьем его, убьем его.
Давай, я его сам убью сейчас. Ну это вообще пизда какая-то, понимаешь? Это гандоны, блядь, сука, анскильные. Нахуй отсюда, блядь. Тони Монтана можно убить, парня. А мы не убьем его. Не убьем, ребят. Слишком много. Да, хули они триплой на мид не пришли сразу, блядь. Там что, Федя вообще стул обосрал? Блять. Охуеть вообще. Я бегу бот, ребят. Я за баунти. Давай, да убей, да убей. Наверх. Может, втроем убьем его, если придешь. У Тини сабля есть. Да убей, да убей, да убей, да убей, дуру, да убей. Подбили. Да убей, блять. Не убьем, отходим. Опа. Колечко. Отходим. Не отходим. Не отходим. Бля, какая-то разборка говна, блядь. Давай отойдем. Да, все, подбили его просто. К нам если герой сейчас пойдет. Блять, подбили, у него пол хп, его просто не убить кольцом. Тини на низ пошел. Ребят, побегается. Бля. Не, не помогу, там тени бежит. Там тролль идет, там тролль. Да, я крипов отсюда. Да, это Ка в топе один, можно убить его, Епс плюс один. Бля, никак не наказать, пиздец. Аллоки. Сейчас придет топ. Так, белочку подвыебал. Молодец. Тролль. Нагло играет, пиздец, но он его не убить даже вдвоем. Че, ему... Нет, топлитесь или бот? Лучше бот, наверное. Да, ботов в миде забудь. Давай, ботов, встретим. Там можешь давай. Бот подойти. Сейчас так, но отойду. Mm-hmm. Благодарю, брат. У меня ульт появился, могу что ультнуть. Я бы руну сверху. А, ты на тине? Давай попробуем. Блин, там 1600 здоровья. Не, я ультую вам, я прилечу. Тролль ушел, тролль набьет. Елку выебал. Я пустой по мане, тролль идет. Тролль медиа. Не, я, по-моему, есть отписывал. Ракетка ему что-то? Нету. Бля, все видим. Зарутил меня. Происходит в этой игре. Душат. Хорошо, мне нравится. Так, трое на миде, тролль. Уярят уверенно. А руна какая-то была на... А, была. Сейчас, реген. Уверенно пушу бот, ребята. Куман, я иду. Давай, блядь, делать что-то, пока не будет. Вот телепорт ты не нажал. Вижу. Блин, я по пошел, тайверам, Куман, по тайверам тяжеловато, конечно, будет. А, у меня решил застанет. Отблочу. Найс. Ага. Блин, вообще больной. Тяни бот телепорт этого, ребят. Я ушел, я без ресурсов. А я минит закачу. Блядь. Суки. Убьем его? У меня ульт 5 секунд. Блять. Не, не убьем, там капли ебаные. Урона просто ноль. Да как топ-то поснова. Опа, метла плюс лошадка. Кинул. Блять, и не десятый. Да. Сильно играет парень. Нормально. Есть ульт в топ, если в топе убивать будете снова. Руна 10 секунд. У меня до 6 прям капля. До шарда чуть. Чё, что есть? Аго, босс пушим, не? Аго, попробуем его убить. Что думаешь? Ну, я думаю, мы не убьем его. Он слишком жирный. Ладно, да. Прям очень жирный. Ну, надо, пушит, чтобы быть, шторм у нас... Чтоб что там с саппортом был, парни, с одним из хотя бы. Топ хотят открывать, два героя здесь. Я подрался один с саппортом. У меня есть телепорт с ультой. Могу ТП дать, я могу тоже ТП дать туда. Сейчас я... Даю ТП в лес и захожу в спину. Давай. Тини ТП топ нажал, ребят. Понял. Давай, залетай, поехали, блядь. Тини в топе. Мне надо отойти, я умру. Я тоже умер. Эй, там Тини еще. И тролль тоже в топ бежит. Там 5 байчу. Хорошо, брат. Продавай. По возможности, я не шею постакайте, у меня боевка. Ай-яй-яй, Тини вышел. Больно. Да, окей, зима. Ебать. Повезло, тролль ТП бот отдал. У Тини сейчас, по идее, будет блинк какой-то. Да не. Не, еще нету.
Блин, там он... Роль снизу, БФ почти. Белочка, белочка. Можем с пеньками босс сломать? Я попытался, меня чуть не убили, я сейчас могу попробовать снова. Ну го втроем, нам еще течка нужна. Иду, да, иду, бегайте иду. Просто штормом, два саппорта, вы можете убить любого героя, даже тени на карте, если вы втроем. Но мне еще шард нужен, чай прям чуть-чуть осталось. Ну да, шардами мы еще сильнее станем. Просто даже сейчас вы можете кого-то убивать. Там два саппорта по 800 хп. Я эту игру играл уже, они сейчас в пятером будут ходить. Я это видел. В прошлой игре вот такой же таймин был примерно. Сейчас просто в 5 героев нахуй тини, за ним команда, вон, смотрите. Дагер, дагер. Белка, блядь. Белка, Джакира, на помощь. Бля, я за прокаст умер. Пошу имбот. Ультану умеет. Ну я, все. Ну их 5. Бля, я умер. Пиздец, нахуй я подошел. Я тоже умер, я не знаю, зачем ты подошел. Я говорю, их 5, они прошлую также играли. Они сейчас как обосрыши будут в пятером ходить. А что нам делать с этим? Я не знаю, что делать. Ждите, шард, ждите 2 шарда на 15 минуте, мой аганим, и мы сможем даже с ним вместе ходить, драться с ними. Не суетите, ребят. Да, или у меня БФ есть, блинк появится, смогу что-то делать в игре. Я там стакнул тройку, если ты чё. Угу. Джеки работе. У меня 600 голды аганим, очень сильный. Я буду рутить их всех с ульты. Угу. Давай, я помогу сейчас тебе. А как бы вот... Вы ж видели. Иду. Не можем его, ребят? А, он не один. Не, там все. Вероятно, всего завалили здесь. Тут могли его отпустить. Бля, да. Он тебя съебал, медвейком. Указываю пнями. Пеньки, пеньки, да. Мы шард можем. 150 голды до шарда, 150 голды. УДК на топе, то есть их здесь четверо от силы. УДК убьем. Тут тоже шмотку возьмите. УДК убьем, давай попробуем. Есть шард. Все, сейчас ману регну, будет драться. Это иллюзия тени в тройке у нас, если чё. Забей, забей, тени летит. Ульту? Да всё, всё, забей, там 5 телепортов, нахуй тролль здесь. И 5 тира на топе. Да. Разворота не будем? Разворота не будем? У меня развернули меня на базу. Кира снизу, ребят. Реально 5 героев. Чё хочет? Они походу, они Рошана, Рошана. Я могу да, залететь туда под шардом. Или это ничего не дает? Бля, без блинка, ребят, я вообще ничего не могу на курсе без блинка. Бля, может взорвать их всех нахуй, парни, на мувик, а? Ну да попробуй, сколько, если хочешь, давай делай. Ой-ой-ой! Ебанутые, блядь! Хорошо, брат. Это нормально, я спугнул. Там боти своя война, да? Нормально, спугнул. Давай, трейху Ярева. Да, изи нахуй. Хорош, белочка, смотри, белочка. У меня гоним, ребят, появился. Не идти в БКБ, ребят, смотри, там Рош очень ловый, может быть, добьем его. Бля, надо драться как-то. А чё по троллю? А где тролль вообще? Где тролль? 20 секунд ульца гоним. Блять. Тролль был здесь. У меня есть дагер. Мне надо что-то видеть. Их нету в Рош пить. Попробуешь? Тролль с ультой или без, ребят, скажите? Здесь в центре. За. Бля, давайте бэкнем, я сейчас подойду, я сейчас, блядь. Ну, бля, ну тут на прокас прям. Не, ну типа их дохуя здесь, я не могу влетать, блядь. Здесь вижу вроде. Сейчас... У меня ульт появился с аганимом, ребят. Прям сейчас ультануть если тролль драком. На топе, тролль на топе, можно поиграть. И смог. Видите двух сапов? Я ультую, ребят. Сейчас давай. По пятерым ульт будет. Залетаю, 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 давай, долби! Бля. Давай, 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 меня уже подстанили, брат. Бля, я не успел поставить минки в стане. Мне похуй, я за белкой, блядь, я чупи фраг, нахуй. Изи. Блядь. Ну, гг. Нормально, нормально, фура сплитит, все нормально. Они в пятером Рошана долбят. Все да хорошо. Не, нормально, я белочку выебал. Экспу не дают. Вот эти не.
Да, но если мы все там впятером были, они там сдохли все. Да, там стан на троих был. Блять, не стесняйтесь смоки нажимать в такой момент. Ancient блок есть что? Блин, как-то так. Я помогу. Ой, хорошо. Уль 12 секунд, ребят. Разблочнейшая игралась. Короче, я здесь бомж. Я без Ка и без нихуя. Я БКБ, блять, и молиться. Я иду разблочнейшую. Я его дропнул. А меня тень нашел. Я позор. Ну я ульт нажму будет просто. Разблочил, разблочил он чей. Угу. Варды надо, ребят, какие-то поставить. Да все будет. Вот можете разобрать. КБ нажал. КБ трон нажал. Это норм, это норм. Сплитпушить надо и все. Пусть все равно по одной линии бегут. Надо продолжать двигаться втроем, чтобы если на кого-то одного нападали, за то, что мы сплитпушим, и за то, что они на сайты прилетают, чтобы втроем убить могли кого-то. Просто ходите втроем, шторм фармит пусть, а вы рядом просто будьте. А, 5 героев. Бля. Тени в потопе. Ну я вроде подсъебался, но не знаю, надолго ли. Сейчас этот паровоз за мной поедет, блядь, не? Хорошо. А, блядь, бегут нахуй. Че, убейте его, не? Да нет, там у меня маны, не, у меня 200 маны, блядь, он за мной бежит. 5 секунд ульт. Еще я рейди. Пойдем с Сильвером, чем мутить будем. Давай, блядь, давай, пацаны, все. Тени в топе без ТП, ребят. Стоят, ждут, ждут, ждут. Не, уже похуй, ладно. Опа, шваль. Возьму. Правда, будет. Че, ребят, можем какой-то... Можешь смокнуться, на самом деле. Я могу бот полететь, вот в их лес. Они просто видят герои на мапе, бегут туда, как сумасшедшие. Можем на этом словить их. Разочек. Два героя в боте. На миду героя. На миду... Там БКБ, по-моему. ДК с худвингом. Их трое в миде, всего их все трое в миде. Тролля Лего. Тини уебали. Опа, стрик забрали. Найс. Добить бы, бля. Не-не, ульту нажал. Нормально, я закупился. Да, они еще без ДК были, да, не? Угу. Хорошо. Мы за форой выехали. Угу. Я за некую, ребят. Там теней пиздец рассыпался изи. Когда вы все вместе в него нажали. Быстро рассыпался. Он без БКБ играет. У меня сейчас ульт второго уровня. Можно так же убивать. Да, в те варды ломают, я хуй знаю даже куда поставить. Фух, маб-контроль. О, блин. Я все. Паня, делитесь, делитесь, Митя, они без тролля, Митя, делитесь. Я не все, я не все. Хорош, хорош, хорош. Долблю, парни, долблю. Меня обшутали. Хорошо. Хорош, долби, долби. А там тролль слева. Найс, 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 найс. Хорош, блядь. Туда нахуй, блядь. Напали, долбоебы, блядь. Ну они без тролля были, тролль, тролль. Ну, да, да, да. Ебать, как я вышел вообще живой. Я вообще охуел. У меня БКБ будет. Там стал полсекунды. Так я еще вернулся, типа, самое интересное. Да. Тролля, Его, 15 секунд. Заур, можешь? Тебе идет, брат. Вижу, вижу, да. Бля, можешь мы его как-то... Там 10 секунд Аегис, если что. Ну, 5 секунд Аегис, если что. Сейчас фуловый будет. Он фуловый будет. У меня ульты нет, типа. Куль 10 секунд.
Я прыгну, если увидел. Он ушел, он ушел. Мне БКБ надо купить сейчас, и легче будет. ДД новая у тролля, только взял. Че, в топ мейби кто-то ТП нажал, если меня увидели, да, Худник здесь. И ДК топ ТП нажал, два телепорта нажали. Три телепорта нажали, Джакира, Худвинг и ДК. Че, я бот плюс сейчас пить. Так, ребят, у меня едет БКБ, там у ДК нет трой еще БКБ. Трой наш лес, Вы втроем, ребят, без они меня, вы без меня. Идут, мы можем со смока сзади напасть, убить их? У меня 50 секунд тур. Смок есть? Чарик. Я смок есть, смок. Или че, ботик мне вызывать? У нас ультипатриона нет, тяжело будет без него. Гомит самая вышка. На миде Тини можем? Можем, можем. Джакира завардил, парни, тут Джакира завардил, сейчас. Ебать, он меня тосил. Роли в боте, ребят. Можем вверх побежать, есть смок, нажми смок, говори ген. Убивайте в топе их, парни, тролль ТП в бот отдал. Смотрите, вот. Давай, я под регеном. Джакира вот здесь стоит, Джакира здесь стоит, слышно. Смотри, Срей, видишь? Да, я отвлекаю, урца, я с тобой. И белка слева. Да пох на белку. Белки ил. ТП сделал, по-моему. О, не, вот он. Хуярево. Белка сейчас подбежит. Тянул. Вот белка. Поставил, я поставил на нее. Ставку? А. Ил. Блядь. У меня нет маны. Я заметил, что ты после убийства Хакона забыл его типнуть. О, на мне. Тролль прибежал. Не забывай. Блядь, важно моральную победу одержать над соперником. Поможешь мне после БКБ? После БКБ стянешь его? Попробую, брат. Сниво. Я ему в рот сейчас прилетел. Я умираю здесь. Он с ультой направлял. Глиммер хорошо, глиммер хорошо. Глиммер это удовольствие. Видно. Сука, видят через глиммер, гандоны. Ничего, нормально. Бля, 21 левел, пиздец. Фура не сплитит. Фура разводит на телепорт, это жестко. Че мне собрать, ребят, здесь? Че, юлку возможно, нет? Форс юл. Можешь глиммер даже взять. Бля, вот этого тинника еще раз так же убить, и у нас будет все супер. Он вообще как дебил, постоянно один бегает. И 30 секунд Рошан начнет пыляться. Если мы перед Рошаном сейчас подеремся, ребят, Урса, точнее тролль без БКБ. У меня быстрее откатится, давайте сейчас мы конемся, или просто пойдем. У меня смок есть. Мы, на самом деле, если нажмем все спылы у него, мы его убьем вообще изи сейчас. Давайте, вот, нажмите вместе. Тэчис, шторм. Смотрите, вот бежит без БКБ. Он сайленс получит, умрет. Можешь забайтить сюда. Бежит. Он убить его. Он сайленс получит, умрет, ребят. Сайленс получит, умрет. Иди байчу, на дебила вообще прям. Бля, мы такое чувство будет на вижене. На вижен. Смог даю. Поехали. Тролль улетел. А Горошу чекает, может на волтайминге появился. Чекни. Чекайте Рошу, я бота отпушу пойду. ДК в боте. Рошана нет. Он второй. Ладно, там уже БКБ будет. Не успели. Роль в тройку забегает. Но они все в тройке. Если в тройке, то они мы можем супер быстро бить Рошу, если они так и будут дрочить. Мы... А куда он появится? Ребят, мы, если честно, если мы до БКБ тролля нажмем в него стан и зачейним, просто все станы на него нажмем и его убьем, если что. Окей. Давайте попробуем так сделать. У меня еще баш есть. Они в миде все. Нам нужно, чтобы его шторм застанил, тэчис потом. Ребят, только дасты хуйня, на него глиммер дадут сразу. Я да, начну да, на него. Да. Не забывайте. Да дай дасты. Они бегут в нас, если что. Как будто вижен. Не, ДК вообще в боте, ребят. Да у него своя игра там. Гол в тролля, ребят, попробуем. У кого дасты есть? На. Давай. Там башня один удар. Фурион, башня один удар, можешь подкрысить. Ребят, переложи тэчис смог, это и нажми смог, го смог быстрее. Переложи, поставь вот сюда бар, тролля, видим, нападем. Все, иду. Они все подтягиваются. Тролля либо тени, ребят, тролля либо тени. Вот. Все спелы в него жмем, до БКБ есть. Ага. Вот тут центр поставь. Боюсь, мы на вижене. Ой, блядь. Они вот тут сами могут сидеть. Командная работа. Смотрите, тролля ждем, тролля, смотрите. Вот тролль, видите? Вот тролль, видите, ребят? Ребят, да. Тролль. Ребят,
Бля, ладно, все. Ну, где мы стоим? Пиздец. Ебать, ждали. А не, я выжил, лол. Я засейвил, взрываю, хорош, блядь! Хорош! Я с БКБ все еще, я с БКБ еще. Хорошо, она может... Роль лоу. Не съебались вроде? Хватит, они меня просто ждали, стояли. Хорошо. А что с Рошаном, кто его пробил? Я могу... Бля, у меня байбека нету, сука. У меня есть БКБ, если что. Ты без веса. Я не вижу никого, не могу. Не блядь. Надо, чтоб Фурион... Бля... Ну блядь, навижу, ненавижу. Подлетает БКБ, ребят. Блин, ребята, куда вы отходите? И стоит вард, мы ждем тролля. Куда все разбегаются? Я же четко сказал, что надо все его не нажать. Я влетел в стан сразу, БК. Да, ты влетаешь, других рядом нет. Так не делается. Ладно, Рошана дадим. Ну, ладно, у нас все еще есть шансы. Тролля больше мы не убиваем, мы не можем. Теперь можем Тинника так делать. Тинник будет там сыр выпадает сейчас? По-моему, второй раз. Нет, там только этот... Шарт. Ну да, шарт. Бля, Абиссал купить не могу. ДК в боте. Сливер дропнул. Я иду за ДК. Бля, у него БКБ. Я могу ультануть, можем его на пол ХП. Ну давай, попробуем. Сейчас, подожди. Он один должен быть. Вот он. И тут друзья, ебать, все. А тут друзья, давай ББ. О, давай. Ебать, кинь вард спалил, кинь вард. Ух, я выжил. Где вард? Я выжил, походу, хотя не верю еще, что выжил. Пойдут, мне кажется. Блять, он сейчас ТП прыгнет. Все нормик. Я тоже топ толкаю, ребят. Еще бы мист оттолкнул, я понял. Секунд ульт. Они на ХГ пойдут тупо. 20 секунд ульта у меня. Бля, у нас грифа нет. Надо дафить, ребят. Досадно. Не надо прыгать, парни. Нет, нет. Бля, ребята, 10 секунд ульт. Давай прыгну. Ну давай по всем, если прыгнешь будет. Бля, не. Меня видят, сутки, блять. Меня видят. Паня, смог, можете. Нажмите смог. Да. Глиммер сразу. Ему в сторону мы отдали. Что, какой у нас план, ребят? Просто я типа могу туда влететь, то я уже все, я тогда в один конец еду. Какого саппорта можем? Просто они нам сейчас еще стороны сломают. Дура меня зонит. Башек. Дура меня зонит. Я Джакира уебал. Тень не убил. Угу. Закрыл тролля. Давай, прыгай на нее. У него егис, я пока ДК убиваю. Угу. Взорвал. А я вылетел. Ой, блядь. Нормально. Тролль будет за мной. Тролль сзади. 5 секунд ульт, парни. 5 секунд ульт. Он БКБ ульт все нажимал? Да, да. БКБ нажимал. А ульт? Может найду его? Не помню. Вон он. Нет. Хорошо. Не нашел. О, побивали их нормально. У него так халибарда. Вот чего так дальше. Нормальный вроде файт, нет? Да, нормальный файт. Да, заебок. Я сейчас не особо верил, что мы сейчас что-то сделаем. Ну, короче, я буду также в тени влетать, убивать его. У них саппорт очень сильно подставляется. Можем в них прыгать. Возьми Арканруну в боте. Да. Ребят, смотрите, БКБ нет сейчас. Можем его найти, попробовать. Пока герой мертв. Хотя там рано рисуется. Забить. В этом белка убегала на 100 хп, на твоей мине подорвала Сильвер. Там на белке еще нереальный чудик. Кингэра вообще. Может Октарин ебануть? Или хуйня? Смотрите, Тинни снова фидить идет куда-то. Можешь Октарин взять. Можешь Глиммер, не? Тоже норм. Ну не. Тролль в топе. Блять. Тролль на самом деле эту хуйню купил.
Блять. Они в топ перестали показываться. Они сейчас мог нажмут, ребят. Угу. Спит, блин, купил тролль шарт. Они только на смоках сейчас. Не-не-не, не смока. Белка топ, тролль топ, всех видно. Просто в топ бегут. Я сейчас боте вышку снесу. Если никто не прилетит. Да топ надо отдавать, причем там. У меня либарда появилась. Могу. Нормально ломается башня снизу. Контролить. Хотят хайграунд, походу. Мы с Арканруной штормаем, пизды на базе дадим, парни. Отходи, 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 отходи чуть. Может тролль с телепорта с Абисова в тебя прыгнуть. Нарышана буду ждать. Слушайте, нам Нарышана вообще не надо отдавать. Нам надо будет. Нарышана считает 4 минуты только. Не, я вообще в целом говорю. Next Rush нельзя будет отдать. А ты минируй базу пока, Сильвер. Да, да. Почти бот снес. Ну сейчас не точно в смоках, ребят, вот сюда бегут аккуратно, стрейф, чтобы тебя тут не чпокнули. Чпокнут, блять, воскреснем. Справедливо. Я, ребят, все сделаю. Смоки, скорее всего, осторожно. О, прямо в наебало. Троллю. Да, блин, тролль. Вот тут ДК, ДК тут. Я улетел, понял. Да господи. Я тоже улетел. Какая. Хорош. Ебать, засыщики нахуй. 5 секунд тут, ребят. Они сейчас под ботом. Нам надо наш лес развивардить и завардить, чтобы мы подросше играть могли сейчас. Да. Фурион будет бот пушить, мы в бот не играем, мы вот тут в эту зону заварим и ждем рош. Билд мустер у худинга. Они довольно... Да. Опа, бля. Он без ульты, ребят, он без ульты, можем бить его. Я ультанул. Смотрите. До него не долетело. Бля. Потяни, смотри. Ну, иду. Сейчас не прыгнет. Я скидал. Если пойдет, можем. Я зоню смотрю. Я БКБ нажму. Жду. БКБ. Пизда, блядь. Давай, я встану. Ладно, ребят. ГГ. Мы на вижене, потому что понятно. Возможно. Очень тяжело играть. А, я байнусь, пультуешь тут. Я без бая. Я без бая. Ой, я там ДК сейчас откиснет. А, вот леку пнями тролля. Бля, у меня Федя, наверное, мутя, ебать. Он молчит, терпит. Не, он терпит, он терпит. А, он терпит? На хули, блядь, нормально. Да, ну что, ребят, я предлагаю последнюю драку, так сказать, блядь. Ждем Кумана. И last fight проводим. Хорошо, нахуй. Хорошо. 10 секунд, ульт. Ребят, не на очки. Блять, в меня прыгнул гандон. Я все, ребят. Куда лечу, ёпрсте? Ебать, ульта там всех все. Бля, хорошо, нормально. Белки ебало разбил, как надо. Че, да убим их? Да уби. Я его привязал тут. Да уби. Да, нормально. Да нет, тролля уже не задолбить, блядь. Блять, до конца набей ему ебало. Вот это красиво было. До конца, ребят. Он без АТ, без БКБ. Бегу на него.
Ебать, давай рампейдж! Блять, давай нахуй сделай это. Ой, хорошо. Бля, не, не сделаешь, наверное. Но. Давай, делай. Серег, давай, делай разницу, делай разницу. Да не, не сделай. Брат, я сейчас резнусь, просто сделай. Убежала, сука. Сука, блядь. Что за... Кто паузу поставил? Что случилось, блядь? А, у нас типа Урсали внул. Еще нормально, пауза не нужна, блядь. Мой звездный час, мой звездный час, блядь. Не, не мой, блядь. Пиздец. ГГ. Не, сегодня хорошая серия, мне понравилось. Бля, они, короче, со второй карты на таком очке, блядь, сидели. Это просто пизда, блядь. Эти передвижения в пятером, нахуй. Последние катки, я не знаю, короче, что вы делали на суппортах. Просто у меня три плана миди стояло. У меня каждая руна контролилась. Сверху белка, снизу Джакира, плюс просто приходили, пацаны. И шестая минута руна хосты просто законтролена была белка. Я иду за руной, ебать, обрадовался, что она на топе, а там белка тупо в руне стоит. Сука. Да ладно. Ребята потеют. Потеют ребята, молодцы, хорошо играют. Да. Ну чё, ребят, завтра как тебе спирит, извините, сделаем все красиво. Да все будет хорошо завтра, блядь. Сегодня, не, сегодня хотя бы игры были хорошие, не то что вчера, блядь, это хуета нахуй. Ну вот, а так, в принципе, нормально. Нормально, парни, нормально. Да, так что всем спокойной ночи, спасибо. Да, ребят, спасибо за игру, давайте, опять же, без тильта, Куман, красава, пизда, тащил как мог, нахуй. Но, блядь, но, блядь, папчик, это дело такое, брат, ты ж понимаешь. Да, забейте, просто, ну, да, я молчал не потому, что в тильте было, да, сегодня вообще не тильтил, просто не мог, не знал, что в игре делать, тяжело было во второй, третьей игре. Да, бля, если честно, пиздец, тяжело в два ночи играть. Да не, не про это, просто, не знаю, игра так складывается, что ничего не заколить, ничего не сделать, как будто бы, я не знаю, если на Урсе фармлю, и, короче, да, тяжело. Ладно, давайте, спокойной ночи, ребят. Давай. Да, давайте, давай, до завтра, спокойный. До завтра, ребятки, удачи и спасибо за кат. Так, Скума, я заметил, что после убийства Хакона забыл его типнуть, так ты не забывай. Да, братан, ты бы знал, насколько мне плевать на Хакона, не Макона. Че мне их типать? Что доказывать, что ли? С Дотой все так понятно, респект за колоссальную ментальную работу. Да, да, я, честно, не горел особо сегодня. Я просто какое-то безнастроение и уставший по другим причинам, поэтому... Да, какой-то... Как-то тяжело мне далось сегодня доту в целом играть, вот эти игры. Ассаламу алейкум, смотри дон, если проиграешь дон, мы приедем дон. Ну все, брат, приезжай. Короче, ладно, ребят, всем спокойной ночи. Подписывайтесь в телегу. Там что-нибудь, там свои мысли по поводу турнира и прочего все как-нибудь выложу. Пообщаемся там. Спокойной ночи всем.